Приветствую вас, дорогие, а для кого-то родные и роднульки. С вами Радик и прекрасный человек Антон Власов. Да ладно. Давно не виделись. Здравствуйте, Антон. Дорогие друзья. Рад тебя, ой, дорогой друг, приветствовать в гостях, вот, и побывать в гостях, наоборот, виртуально у тебя. Вот мы сегодня гости в гостях, как говорится. Квадратные гости. Да, вот я особенно. Квадратура. Ну что, будем сегодня смотреть? Сегодня будем смотреть «Дорогая, я забил». То есть мы подумали, что слишком шоу про хозяек это не для нас, потому что мы любим ремонт, мы люди такие уже постарше. Ну, приходилось сталкиваться. К земле тянет. Потихонечку, ребят, все. Я сам чувствую, что я вот был 185, каждый год 184, и 3, и 2. И чувствую, скоро я буду в линию горизонта. Ну, ты хотя бы был 185. Я так высоко не поднимался. Ну, может, я похоронен на горе какой-нибудь. А ты чего? Шутка. Поэтому я чаще лежу, чтобы все-таки вытягиваться, но не получается. Короче, устраивать их можно поудобнее. Возьмите что-нибудь себе вкусного поесть, я не знаю, либо не возьмите. В общем, в любом случае, получайте удовольствие от просмотра. Да, да. Поехали. 3 копейки. Бутылка Жигулевского. Такое ощущение у меня. Я думаю, такая зарплата этого ведущего. Да, потому вот что он заходит и уходит. Мне кажется, даже ремонт не умеет делать. А он очень мало, да, по хронометражу появляется. То есть... Вот сейчас ты поймешь, да. Он за просто что? Вроде зашел, ушел, зашел, ушел, все. Все знают, что в Рязани даже у грибов есть глаза. А вот у кладовщика Алексея Никитина со зрением проблемы. Это у него дома кладок? У него домашний бизнес, блядь. Это знаешь, вот люди, которые там покупают домой все, знаешь, там типа, это мы потом, это до лучших времен, это мы соберем, когда там будет, значит, другие уже обои, это сейчас не подходит, это стоит годами. Это консервы по акции. Консервы по акции. Это бабушкинская история. Пусть они лежат на балкончике, вдруг гости придут, а шампиньончики уже готовы. Они потом уже просрочены на несколько лет. Да? А что им будет? А что будет? Ничего, да, ничего. Только ничего не видит. Да, не жить хрень-то. Ну и ничего не слышит. Лёш, давай выключай. В общем, кровать себе купил. И ничего не говорит. Блядь, жене Лене. Когда я ругаюсь, он молчит. Из него на эмоции. Такая, знаешь, я же мать. Да. С коляской и с сигаретой. Вот эта татуха. Слушай, даже вот, наверное, я же наоборот не мать. То есть она вот такая вот женщина, колоритная, да? Такая вот татуха, прям байкерская. Знаешь, говорит о старом прошлом. Да, да. Может быть, у нее глаз нет, знаешь, типа вот одного выбитый, да, в какой-нибудь потасовке барной. Ну, такая она. Я думаю, что еще, знаешь, на пояснице есть там бабочка какая-нибудь. Или вот эти вот узлы. Трайвелы вот эти. Прикольно. Невозможно. У нас обои отклеились. Может быть, подклеим? До конца-то еще не отклеились. Пусть еще висят. Давно не пристают с просьбами 11-летний Леша, 10-летняя Ира и 6-летний Дима. Папа такой себе. Лентяй. Не помогает маме. Не хочет ремонт делать. Спасибо, Леш, что помог. Лена встретила прекрасного принца Алексея на сайте знакомств. Вообще это все было похоже на сказку. Но мечты о сказочном будущем не сбылись. Давай, давай. Сейчас посмотрим, что там потеет. Да-ка и так все видно. Что там смотреть, ребята? Обоссавшиеся двигатели. Это как скрытый кадр из трансформеров, где Меган Фокс открывает. Там сейчас Алибаба встанет и увидит этот момент. Да, да, да. Не, мне кажется, вот сейчас вот вышел. Ну, вот мы тут с Радиком чуть-чуть посмотрели, зверобот. Зверобот, да. Я думаю, это какой-то зверобот такой, знаешь, типа. Зверобот — это ее будущий муж. Какой-то его в оленя превратить с рогами. Зверобботика. Пришлось Лене даже научиться чинить карету. Так. На 12. Опа, мне просто кажется, как будто есть какие-то очертания тату, либо мне кажется. Да, да, ты прав, что-то там такое, ну, кажется. Так, на 12. Что она делает? Хорошо. Бензонасос меняла сама. Пришлось открыть интернет. Он разве там находится? Бензонасос, по-моему, нет. По-моему, он находится где-то вот там, где карбюратор. Да, это да. Вот надо. А, нет! У меня, по крайней мере, в Ниве находится. У нас же такая магистраль, длинная трубка. Но он, короче, справа находится. Что-то там, мне кажется, что. Девяточки, наверное, так же. Возможно. Будь здоров. Про шаурмы поели?
Шаурма, шаурма. Смотреть, как это делается, и заменить. У Лены дело не в проворот. Младшего Диму отвезти в детский сад. Ты себя сегодня хорошо веди, хорошо? Угу. Игрушки ни у кого не отбирай. Угу. Шлапай, да? Мне шарики нравятся. А ты видишь, у теляшка какая. Теляшка уже, да, уже в августе, так это самое. Ну, он родился 2 августа. Да, да, да. В фонтане она его рожала, видимо, сразу. Да. В теляге, говорит. Блин, мне так жалко этих ребят, что им запретили в этих фонтанах купаться. Да. Вот единственное было отдушно, да, у мужиков, чисто вот только 2 августа, чисто по приколу фонтанов. Больше, чем дома. Там потому что гулять и спать, а дома надо убивать. Дочку Ирину забрать. Что? Что он сказал? Я вот тоже хочу послушать. Подожди. Гулять и спать, а дома нужно. Мне кажется, они не зря субтитры поставили, чтобы, знаешь, такие типа, а, убирать. Гулять и спать, а дома надо убивать. Да, послышалось там другое совершенно воспитание, да, такое? Да. Сильняшки, а дома надо убивать. Живет. Так это он маленький. У них этот вот отрезанная голова в доме, блядь, валяется, да, который, да, управляет. Дочку Ирину забрать из школы. Привет, мам. Привет. Смотри, что я нарисовала. Какая прелесть, какая ты у меня молодец. У старшего Лёши проконтролировать уроки. Какая точка лежит левее на координатном луче? Та, которая меньше. 58. 58. Папа тоже времени зря не теряет. Стережет склад. Бильярд еще сыграть. А, это он все-таки работает. Да, я же там... Я себе у него на трубке бильярд. Ребят, я такого давно не видел. Мне кажется, это самая бесполезная игра на телефоне. Вообще дерьмо какое-то. Но я тебе расскажу. Я помню, был год, шел год 2006-2007. Тогда были популярны игры Mail.ru всякие. А, ага, я в дурака там играл. В дурака играл? Да. А бильярд там тоже был. Да. Я в бильярд играл. И там, вы не поверите, так было круто в этом бильярде. То есть там, ну, он такой полу-3D-шный был. И там можно было себе заказать выпить. Прикинь, там щелкаешь, типа, кружка пива или там какой-нибудь стакан мартини появлялся у тебя, короче, рядом с твоим аватаром мартини. А, и сигара. Самое крутое – сигару. Да. И у тебя, прикинь, вот тут вот, типа, ты, вот тут вот стоит мартини, тут дымится сига, и ты вообще просто капитально. Там, знаешь, ну, у людей там рейтинги вообще там тысячи какие-то. Бля, побед, а ты такой. Дорогая, я вечером в баре с друзьями. Да, да, да. Опять курил, опять пил. Пил, курил, а в соседней комнате все было, бильярд играл. Не, ну так-то что? Игрузчиком и экспедитором работаю. Я ему звоню, он на работе. Спрашиваю, Лёш, что там делаешь, что на работе? Он говорит, я смотрю кино. А Лена работает на двух работах. Днем продавцом в продуктовом. Торгую сыр, колбаса, масло с 8 до 6 каждый день. А по вечерам сборщиком заказов в интернет-магазине. Правда, если успеет застолбить компьютер раньше мужа. Танки или что там? Блин, ну я же с тебя врезался, блин. Какой ты неважный. Трое детей, да, у человека? Трое детей. Это вообще ужас. Еще животные у него там какие-то есть. Ссыпается. То есть, если он сел, то все, он оттуда не отойдет, пока вот он не закончит. Форс, либо, наверное, пока ругань дома. Или не ну, он не любит, когда я ругаю. Леш, я там пакеты заставила с продуктами. Сходи. Ну, Лен, я не хочу, я устал с работы. Ну, Леш... Почему у него дефект речи? Ну, он уставший, понимаешь? То есть, он вообще, ну... Не лыка, не вяжет, знаешь. Я подумал, что он пьяный. А так он такой, наверное. Ну, тебе хоть что-то можно попросить? Ладно, сейчас схожу. Когда сейчас-то? Сейчас схожу. Мне себя очень жалко. Я очень устала. Вот и мне нравится то, что, знаешь, сейчас схожу. Когда? То есть сейчас, имеется в виду, знаешь, когда, ну, сейчас ты когда-то встал и пошел прямо сейчас. А он сейчас. А моя любимая, знаешь, что такое? Это, где лежит, грубо говоря, тверка? Вон там. Да-да-да. Где там? Что там? Там возьми. Куда бы? Да, вон тут, молодец. Я хочу помощи. Лёш, ну а на кухне-то что? Ну, Лена, ты за собой убрать-то можешь? Я не успел убрать. Что ты не успел? Лена очень громко кричит. Ну, я как бы пропускаю между ушей. Лена ждет, что Лёша изменится, поэтому отношения оформлять не спешит. Лёша 40 лет не менялся, да, а тут вот...
вдруг должен, да, при виде камер вдруг поменять это что-то. Это вот после 33, Лёх, ты после 33 лет, короче, мы обсуждали с Антоном. Да. Если ты эту границу не перешел и не поднялся, то все, ты деградируешь. Скорее всего, да. То есть 33 года – это для мужчины прямо такой рубеж, когда ты либо вообще, я вот говорил, упадешь так низко, как вот никогда не падал, просто будешь реально… Вот... Возраст Христа все-таки. Да, не да. Не зря. Поэтому мы не зря с тобой сегодня встретились. У тебя скоро день рождения. Скоро день рождения. У меня, ну, почти скоро. Посмотрим. Вот скоро у нас будет 30. Представляешь, в сумме мы 66. Это жесть, ребята. А значит, мы по пенсии проходим? Да, да. Ну, вот мы в сумме пенсионеры. Земле подать. Здравствуйте. По шестерику на нос. Если 12 нам выпишут, отпишут 12. 12 тысяч. Да, 12 тысяч. Ну, слушай, еще плюс, наверное... Какие-то рабочие заслуги? Рабочие заслуги будут. И плюс нам нужно на момент выхода на пенсию быть рабочими еще. Официально устроенными. Самозанятый не пойдет? Нет. А потом уволятся, и нам пересчитают еще на 5. Ой! Я все знаю. Схема раскрыта! Я уже про пенсию все знаю, ребят. Готовлюсь всеми силами. Пожрет, ничего не уберет. Я как доброводница, блин, убирай за ним. Крутая квартира, мне такие очень нравятся, я такие влюблю в такие вкусы. Ну почему я как бы должен? Я вот, наверное, не знаю, сложно было бы мне, ну, знаете, вот я, мне было бы, Радик, сложно жить, когда вот, ну, у тебя есть руки, ну, из плечи растут и ноги, и вот так вот все, наверное, надо быть особенным человеком, чтобы вот так вот все, знаешь, как бы, ну, не замечать. Я не знаю, как это как происходит. Можно это не видеть. Обои, просто... вот ты вот садишься вот на этот вот стульчик или что это там, диванчик, ну, уголочек такой. Кухонный уголок, каждый раз вот на эту полуболевую стену, у меня в гараже гораздо лучше. У Радика гараж, я вам скажу, шикарно. Ну, там приятно и посидеть, я так понимаю, и приготовить шашлы. И шашлы, у меня там и печечка есть, и дрова там нарубленные, и все у меня там. Ой, хорошо. Но тут-то уюта такого вообще нету. Какой-то бомжатник какой-то, нет? Да, это пацаны, когда, вот, знаешь, тебе вот 15 лет, на трубах туда принесли своего. Да, да. Я посмотрел, кот, как будто ручка открывалась. Кот такой, здрасте, еще долго. Да, там что-то будет, как будто бы какой-то обед. То есть все едят, а я один изо всех должен мыть. Нечестно как бы. Лен, когда ужин? Как только, так сразу. За продуктами сходил, чтобы про ужин сейчас. От проекта я хотела получить, чтобы Леша понял все-таки, какая женская доля, что как тяжело вот с детьми и еще что-то по дому делать, чтобы я увидела помощь какую-то. Больше всего Лена хочет, чтобы муж ее увидел, услышал. Давай со своими этими уроками. Давай-ка, уматывай. Дай-ка папка форзача. Погоняет. После работы устал. Да. Скрипишь. Помнишь, да, это реклама? Скрипишь. Ты-та-та, Сабирина, ну, скрипишь. Много, часто ходили в пятерочку. А у меня тоже много было скрипышей. Я что-то кому-то не собирал. И, наконец, заговорил. Поэтому обратилась в программу «Дорогая, я забил». Мне с терпеливой женой, ох, как повезло. А вот Лена Левинок уже на грани. Ее муж Леша перешел на следующий этап и забил на все. Ну что ж, пойду придам ускорение. Он очень любит клетку. Особо я раз обращал внимание. Любит, очень любит клетку вообще. Да, слушай, он прям фанат клеток. Лена. Здравствуйте. Здрасте. Это шоу «Дорогая, я забил». Привет. Здравствуйте. На фоне кирпичной стены его можно потерять, блядь. Он так, знаешь, когда поворачивается, да, да, да. Его никто не видит, блядь. Или напротив этой хрущевки, знаешь, там тоже было квадратиками выложено. Вот можно его, да, тоже из виду потерять. Особенно, знаешь, это на первом этаже. Первый вот это вот, да, гудроном помазано, черным каким-то. А сверху идет разноцветная эта клетка. И он прям вообще маскирован. Так голову опускает, когда член держит. Все. Не видно. Просто ручеек течет, думаешь, блядь, что-то конденсация. Да. Он вот как, знаешь, как этот городской камуфляж. Вот. Это вот так вот он выглядит на самом деле, а не как вы думаете. Три. Что у вас там все падает? Все у нас падает. Уже все падает? Да. Не успел прийти, уже все упало. Да. Как такого дядьку нам занесло? О, больше. Здрасте. Меня зовут Андрей. Такой дядя кошелый в костюме. Дима. Очень пришел к нам. Его бы убить. Его бы, да, денежек, наверное, в кармашках много. Как-то, да, знаешь, так вот, немножко, ну, по фене какой-то, знаешь, пацанчик такой. Да. Дядя такой красивый.
Вот на табуреточку садись. Да, а ты что так далеко? Подсядь поближе к там, да. Что ты стоишь? Ногах правда нет. В ногах правда нет. Правда нет, да. Вилкой, да, в глаз. Или в папку раз. Оказалось, мне страшно. Впервые к нам пришел. Мне так затрясло. Ну что, писали, звонили? Звонили, писали. Что? Их как будто из дома не выпускают. Не выпускают из дома. Дядя классивый, мне стало страшно. Да, вот единственное, знаешь, вот видели там Якубовича. Знаешь, вот в этом, по Первому каналу, галстуки, пиджаке, там, ну или новости смотрят, такие, ебать. А я вчера вечером листал телевизор, короче. Листал телевизор. Ну бывает, да, свайпал, да, канал. Да. Смотрю сериал какой-то старый, там Якубович сидит, да? И вот разбирается что-то там по, как бы там, по свою дочь или там, не знаю, должны были его забрать куда-то на медицину там. Нифига себе. Я такой думаю, нифига, я видел с Якубовичем один фильм видел или два, наверное. Я тоже что-то много не припомню, но вот я прям давно не видел. Ну все, сейчас вроде бы он Поле чудес не ведет. Не ведет? Вроде бы все. Как? Или Поле чудес закрыли. Я недавно видел ТикТок, ну, видимо, старый. Там Якубович сидит. И говорит такой, у меня дома запрещено говорить про поле чудес. Я его понимаю. Ты видел, да? Я его понимаю. Да-да-да, вот это вот, я считаю, что здесь ничего, там много комментариев, блядь, как можно вести передачу, которую ты ненавидишь, все такое. Я, ребят, это профессионально. Ты с 90-х годов. Да, попробуй-ка с ты. С тех пор, как Листьева убили, он вот сел и вот каждую пятницу. Это не потому, что он это не любит, это просто потому, что это его же работа, и это уже ему хватает ее 30 лет там. Какой еще может быть... Он даже подарки на день рождения не любит, потому что он каждую пятницу, блядь. Нет. Надо будет сходить в музей Поле чудес. Он есть интересно? Я вот и не понимаю, где он находится. Где этот музей? Я не понимаю, знаешь, там на платформе несколько футбольных полей должно быть. То есть это прямо самый огромный музей в Европе должен быть. Ну, то есть в европейской части континента. То есть сколько там должно быть всего? Помнишь, там был один выпуск, как они в Африку летали? В Африку летали, ему да. Ему же подарили гепарда и женщину черную. И да, или еще такой ленивца или лемура подарили ему что-то такое. Вот где они сейчас? В музее, блядь. Эти люди сейчас. Модифицированные. Да, да, да. Так вот эта женщина. Ой, Анна. Культовый шоу. Случилось. Ой, ремонт не делается, все отваливается. У вас тут провода. Да, провода за обоями. А как это так? Ну, вот так вот у нас. А что не до конца обои? Я клеила обои, попросила доклеить. И? И? Ну, мы клеим уже год. Как обычно. Сама не сделала. Никто не сделает. Че так? Да как это все некогда было? Ну, прекрасно. У меня жена. Блин, так... как я не понимаю, как это некогда? Некогда, некогда. Ну, а когда? Вот. Если пиво само себя не выпьет. Forza Horizon там какая-то... Сама себя не пройдет. Не прокатит. То есть время... Все достижения надо открыть. Бильярд за меня сам не поиграет. Самки не помашутся по этой мануфактурной. Это как баланс вселенной надо прикрывать. Да, да, да. Поставил. Подписал на такое дело. Вот у нас тут маленькая кухонька. Папа сел и сяма угол. Теперь там дырка. Ты туда не садишься. А как так садишься? С разбега? Ведущий был смешной, но мне хотелось его выгнать. Потому что... Он, наверное, сказал вы. Или так, да. Опустить хотел ведущего. Ну, скорее, все-таки он правильно сказал. Выгнать вас от хуям собачьим. Потому что, вот этот, знаете, пассивно агрессировал. Он стоял такой, вы что, сюда с ногами, что ли, залезать? Смесной. Да, смесно. Смесно, дядя. Выходи давай. Он наезжает на папу? Это папа отгрыз диван? Нет, это кот. Понятно. А что с проводами-то? И здесь, я смотрю, висят. Ну, здесь провод у нас висит. А вот там уже, вон, смотри, на скруточке. А там... у нас был хомяк. Ладно, это еще говорили. Хомяк сидит, грыз. Хомяк поэтому умер. Жесть. Под напряжением провод грыз. Походу на то, да. Провод, который идет от розетки. Пришел, он валяется. Взял в руки, он вообще даже не шевелится. Такая красота. Надо было еще раз проводочком его, раз, и сердце бы забилось. Ну, это если там в первую секунду, конечно. Это вот хомяк, наверное, выпал как раз. Может быть, второй какой-то часть его. Деревяшка для удобства, чтобы, типа, покрепче держался выключатель. Нормальный декор. И еще что-нибудь падает? Да, вон там вон. Что? Камни. Вот такие же вот. Такие же камни там падают? У нас камни падают. Все время дверцу ломает у шкафа. Вам тут, наверное, в касках надо ходить.
Вот не боятся рожать троих детей. Я думаю, что там, наверное, вряд ли... Это же, блядь, Ямакаси были практически. Там все опасно у них. Да, да. Я думаю, что видишь, что как планирование в центр планирования семьи не ходили. Так, как по наитию, как пойдет. В общем, Бог дал, да и все. Да, Бог дал как зайку. Даст уже. Вот это наш, это принцип. Принцип, вот по как это называется? Дорогая забил, вот такой вот слоган надо. Вот это вообще, вот это вот красота. Блять. Во, смотри. А гирлянда. Плохо. Нахрен ее снимать. Все равно следующий Новый год вешать. Каждый день праздник. Для себя, для детей, да, Леш, для гостей. Именно поэтому здесь одни обои. Да. Мы, кстати, обратим внимание на шкаф. А вот это, да. Зачем открывать, он всегда будет открытый. Просто отлетело этот направляющий день. А тут вообще ручки нет. Не, ну, конечно, не хозяйское отношение абсолютно. Не хозяйское отношение. Кстати, мы с Любой на этот Новый год, вот, который был, елку так и не поставили. Я давно не ставил. Настроения не было, вот первый год, вот этот, когда мы ее не поставили. Ну, я давно антураж новогодний. Праздновать. И типа день рождения, Новый год. Я вот думаю, либо мне с возрастом такая возрастом стала, либо еще. Что. А так, когда вот я знаю, что гости будут там, да, вот я такой раз. Я еще переживаю очень сильно, ну, думаю, вот будут у меня дети. Так. Захочу ли я ставить елку, потому что, ну, типа, думаю, зачем оно там и так далее. Ну, а для ребенка же нужно создавать антураж. Нужно. Вот, нужно. Не буду ли я таким эгоистом конченым? Нет, а там у тебя сейчас заново перезагруз, заново. Мне кажется, что когда будут дети, они наоборот молодости придадут. Ты заново будешь проходить и вот эти, знаешь, там школьные проблемы переживать. Какие-то ой, там вот эти иксы, потом какие-то хулиганы задирают, какая-то хрень происходит, это неведомое. Там плюс эти все игрушки одна за другой покупать. Какая первая, какая вторая? Это вообще, это вот по новой со стороны взглянуть на то, вот как правильно ребенку растить, как ты сам вырос, да, вот на это все. Ой, такая наука, ребята, одновременно и сложная, и интересная. Вот, и страшная. Ну а что поделать, все через это прошли. Китайцы прошли по нескольким кругам вообще это все. Там у одного китайца в свое время, я не знаю, там. А староверы, блядь, 60 детей. Ну они не играют. А староверы вообще нет. То есть там сразу тебе сразу топор дали. Сразу в огород, блин, и все. Там тебе сразу дали, даже самый там, ну вот, кинжал. Ну там. На трехлетие тебе снимать. А как там обычно саху? Прыгаешь с елки на лося, прямо валишь его и вот. Сначала вот так вот его держишь, извини, лось, мы тебя приносим жертву туда-сюда, мы по общему извини, и раз его туда. Глаза ему смотришь, его добрый. Да, и вот сердце ему нож. Стакан кровь себе. Да, нацеживаешь с него, и потом уже перекрещиваешься и несешь это все домой. Вот, да, это уже примерно в 5-6 лет должен уметь, по их мнению. Любопытно. Здесь другие обои. За шкафом еще третий. Дети просто бегали мимо, драли потихоньку. Это все заклеивалось, как бы. Дверь отваливается. Что с дверьми? Нет, вон ту проще показать. Ту проще отвалить? Не трогай, я верю. Тут вообще, в принципе, лучше ничего не трогать, Леш. Опасно. Ну как же. Мне было стыдно за папу, что на нее ведущий начал ругаться. Вот эти провода, они по всей России натянуты. Да, неприятно. У вас маленькая часть. Это к розетке идет. Я понимаю. Попугай сгрыз провода? Леш, да, неудачная прокладка сделала. Он прямо... Ну скажи, почему так? Он прямо по его клетке. Под напряжением. Да, я бы тоже, в принципе, был бы тебя попугаем. Я не против был бы эту изоляцию, знаешь, немножко там подколопывать. А что еще делать-то? Вообще никаких занятий нет. Я сижу в клетке. Риск оправданный. Риск оправданный, да. Хотя бы, знаешь, ну, красиво уйду. Съедены. Они вот висят везде, как гирлянды новогодние. Нет, это пожароопасно. Это вот как будто в Азии, знаешь, по Таиланду идешь. А вот, кстати, это похоже, да? Очень похоже, очень похоже. Да и в Индии то же самое практически. Я помню, когда ты делал рум-тур, я видел. Ой, блядь. Я помню, как ты такой, все окей, потом заходишь в туалет, такой, я таймай. А там, вот, наверное, глазами еще хуже все выглядело. Еще хуже. Все ржавое, и помимо того, что это ржавчина, выглядит как, знаешь, говно. Блядь, вот плохо. Как будто там героином наркомана откачивали. Из него все, это, знаешь, выливалось, вот эта вся гадость. Он срал, блевал одновременно. Это все вросло в плитку. Отмыли, но затирку следы остались, короче. Все. И туалет еще, знаешь, такой, куда вот специально, вот как дырка же есть, только вот надо на туалет ногами вставать, специальные штуки для ног. Понял, то есть как бы очертания следов есть. Да, и душ прям вот над туалетом. То есть ты вот можешь срать одновременно и мыться. А как надо?
Не, ну а как ты сразу жопу моешься, такое беде по-индийски. Это жесть какая-то, когда же наверное, на пол руками облокотиться, знаешь, как говорят, ногами встать, они же любят акробатику всякую. Не, каждый раз заходишь, перекрещиваешься, там, все что угодно молишься. Мне Оля пишет, говорит, слушай, Радик, съесть, пожалуйста, оттуда. Ради... Потому что я боюсь, что ты просто заболеешь и чем-то умрешь там. Или как-то умрешь, от чего-то умрешь. Чем-то опасно. Да, да, да. А я. Мы как-то заселились и тут. Ну такие на два дня там зависли просто, вроде бы нормально. Но я так сижу, думаю, бля. Как прикольно. Вот так же. Только не в Таиланде, да? Ну да. Ну вот. Такая, знаешь, пришел в гости в индийскую семью. Только они такие. У нас есть человек наркоман. Шуга. Просто единственное «но», да, у нас есть там, ну, там, сын, сват, наркоман, из него вытекает там, что-то, мы не знаем, что это. Мы ему даем аспиринчик в изверчение. Да, мы даем ему кузнечик растет. Он вроде как... Он их любит постоянно. Полегче ставит, и жалуется. Не обращает внимания. Серьезно? Мама что-то говорит, он молчит. Это было неприятно. Я не думал, что настолько много проблем в нашей квартире. Что такое? Заново. Порезался, блядь? Это у нас волшебная дверь. Разбилось стекло. Папа решил заклеить. То есть не стекло поменять, а вот заклеить? Да, да. А почему стекло-то разбил? Хорошее решение. Просто скотч всему голова. Причем он с обратной только стороны вот так вот, да? А с этой, ну, видно, что осколки, биты. Ребята, супер опасно, лучше так не делайте. Да его надо скотчем заклеить и в шкаф положить. Вообще-то он, мне кажется, выживет, не умрет. Кто? Вот этот мужик. А! Хозяин дома. Может быть. Он любит, я так понял, скотчем заряд. Ах, ты еще и психуешь. Он по барабану. Вообще не эмоциональный какой-то человек. О, это детская, заходите. Молния так, ну что, а здесь уроки, да, делаете? Здесь уроки делаем. Да. А как? Если бы там был. Мультик поэтому закрылся. Да, 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 последнюю часть не стали снимать. У мамы с папой комнате иногда на кухне. А вам не мало места вообще здесь, в принципе? Нет. Да, в тесноте, но не в обиде, да? Да. О, команда. А он в красочах ходит. Да, ведущий. Да, мне кажется, он носки не хочет пачкать, даже черные свои. Нет. Ну, он без носков. У них тапок, наверное, нету там дома. Нет, тапки не нужны, зачем? Гони. Мы же не можем увеличить там. Она же не резиновая квартира-то. Лена, Леша, вы отличные родители. Смотрите, какие у вас ребята. Прям в команду. Ими можно восхищаться. Леша, вы отличные. Вот мне кажется, когда прораб заходит своим таджиком, вот у них так же. Только еще пловом пахнет, знаешь. Ой, вкусно. Сейчас сказал, мне даже захотелось. Отличные родители. Смотрите, какие у вас ребята. Прям в команду. Ими можно восхищаться, реально. Но в квартире восхититься нечем. Нечем, это, совсем конечно, нечем. Это, конечно, печально. И я здесь для того, чтобы... Я восхищаюсь, знаешь, по хуизмам отца только, если восхититься можно, потому что настолько запустить свою хату, это надо... И даже дело не в деньгах. Что это можно было просто, ну, сделать поаккуратнее, скажем так. Так, все можно было... Вот ту же проводочку просто изначально, там же можно было ее просто чуть повести повыше, чуть пониже. Скидать, ну, да, за плинтус какой-нибудь. Да, как-нибудь там еще... открутить и просто туда положить. Вот мне уже... это любопытно. Либо что, не научили в детстве, там, без пахана. Я думаю, что что-то типа того. То есть это все тянется всегда тоже от корней, от родителей. Ну, вот так вот он просто видит быт. Все устраивает. Тут, я думаю, да, не привили. У меня для вас есть предложение. Одна отремонтированная комната в вашей квартире и 200 тысяч рублей в подарок. Ну, я согласен. И где ты хочешь ремонт? Здесь, да. В гостиной. Принято. Здесь. Правила вам уже известны. По правилам проекта, да. У папы получается. Есть 3 дня. Это как будто прихожая была. Ну, знаешь, как бы это надо шириком просто снимать, чтобы было поинтереснее. Сейчас так непонятно было. Чтобы сделать ремонт в одной из комнат, выполнить задание ведущего и стать одной командой с детьми. Покупку и доставку стройматериалов программа берет на себя. Мама тем временем отправляется в отпуск своей мечты. Общаться с семьей нельзя, но три... Тур с этими, как его... С мотоциклистами. С мотоциклистами, да, с байкерами, да. Такими накачанными, с татуировками. Как она вот любит, да? Да. Ох, отдохнула она. На год вперед. Надеюсь, стиховать не буду теперь. Дайте обои мне. Даже, знаете, пусть будет все как было. Просто раз в год. Да, вот так, на вечеринку. Каждый год на рейв. Ой, я когда был первый раз в Индии. Там рейвы есть. А? Там есть рейвы? Нет, мы, короче, поехали в джуз-центр. И там, как бы, я был с другом казахом, так. И как бы его там увидели, типа, не знакомые просто, они такие, ты что, казах?
А у них такая славянская внешность. И там была девушка, ну как бы девушка, женщина. Uh-huh. Она говорит, вот я приехал, говорит, с парнем познакомилась, типа, в автомехане, типа, в одной стошке. Uh-huh. Uh-huh. А вот муж думает, что я на йога-туре. Да ты чё? Типа, я говорю, типа, что? Он такой, ну вот я на йога-туре, сынок там тоже пока с отцом, а я вот отдыхаю. С автомехаником. С автомехаником на месяц. А автомеханик говорит, я вот каждый год коплю весь год деньги. Вот на такие случаи. Накопил, да? И на месяц, типа, я уехал. Нихуя. Вот с ней познакомились, душа в душу. Я говорю, а то, что муж, и у нее йога-тур, он такой, ну что, это ее проблема. Нихуя. Нихуя себе гайки. Гайковер такой. Нас может посмотреть за тем, что творится в доме. Если папа справится, а мама не сорвется домой, семья получит 200 тысяч. Ну, я бы вот с удовольствием, просто вот если бы мне оплачивали ремонт, ну, то есть только сделай. За средства еще. Я уже в голове прикидываю, чтобы я уже все распланировал. Ты рад? Я не совсем. Все для тебя сделал. А что тебя напрягает? Что мне придется ремонт делать. И это еще не все. В новом сезоне шоу «Дорогая, я забил» усложняем папе жизнь по полной. Теперь задание раздает не только мама, но и дети. И папа ответит за все, потому что это детский бумеранг. Кривота какая. Дим, ты чего больше всего ждешь от папы? Научить катать на велосипеде. А велосипед-то у тебя есть? Есть, только в деревне. Леша? Чтобы он купил новую рыбку. Он когда освежал аквариум, налил не той воды. А, рыбу. Кипяток. Я думал, просто захотел, знаешь, трески покушать. Да-да-да, какой-нибудь минтай. Сажу просто, соседи постоянно жарят, и я завидую. Прямо слюни текут, когда я чувствую, что какая там... Не карасьте какой-нибудь. Да-да, видит, дядя Гриша наловил, там щуки с котлет сделал. Блядь. С пюрешкой, как в масло. Ой, блядь. И сверху, знаешь, еще эта самая вот стакашка с краюшкой. И он прям потом, и потом сидит, курит целый день. Вот хочу, как дядя Вова. Да-да-да. А все так хотят, пацаны. Надо быть дядей Вовой. Уметь ловить. Мама ее в унитаз мыла. Ира, жги. Мама купила набор для фенечков. А папа его выкинул. Думал, что это мусор. Я обещала купить, но ничего не купил. Как обычно. Понятно. Ну, что-то меркантильное. Ну, единственное, что велосипеде кататься. Я тебе обещаю, что итоги этого разговора в последующих три... Он еще не понял, что на деньгам. Не понял. Не, адекватная просьба. То есть там... Не что-то из разряда там рыбку купить, велосипеде как... Рыбку купить, рыбку взять. Да, нормально. Финичку собрать. Финичку. По финичке побазарить. То есть, ну, там все такое. Дня обязательно всплывут. Ему было стыдно, поэтому он стоял зажатый такой и молчал. Лену я забираю на 3 дня. Женская работа по дому не такая уж сложное дело. Больше, наверное, преувеличивают они. Ну да, конечно. Когда ты только сам сталкиваешься, Лен, с этим охуеваешь. Да, ну, помой несложно полы тогда, помой несложно посуду, не знаю. Вот я помню, мыл полы. Когда мы снимали, когда я один жил, значит, снимал студию, вот прям пол помыть по одной комнате надо. Все. Я беру эту швабру, развожу этот мистер мускул, блять. Вот как я не отжимал, как я ничего это не делал, все равно падло, блять, все равно какие-то разводы оставались. Там написано без разводов разводы. Mm. Ребята, я и так, и сяк, я отжимал, и воду менял, я вообще по-всякому вообще нихуя не понимаю. Что я не так делаю? А хоть раз мыл окна или зеркала? Слушай, вот не окна, слава богу, мою нормально. Научился. У меня все время вот эта проблема. Я помою разводом, блядь. Еще нам нужна какая-то особенная тряпочка, блядь. После такое. Этого все время потереть. Есть как такое. Ты еще так? Вот не окна сейчас я мою. Вот. Периодически, но кроме одного, там выпасть как нехуй. Вот ты лучше не рискуй. Вот там вот окно я мою, там, где могу дотянуться, а где нет, это уже, не знаю, там как-то дождь моет. Не, я чему радуюсь, что как бы когда ты моешься сам, тебе разводов не остаются. Чтобы я бы заколебался этим заниматься. Ну да, да. Куда бы ты хотела отправиться? Ой, честно говоря, я всю жизнь мечтала узнать, что такое спа. Хотела в спа? Хочу. Поможем. У тебя 20 минут на сборы. Собирайся. Зверей корми, цветы поливай. Капусту дошинковать надо обязательно. На утро у нас обязательно каша.
Молочный. Ну, пацан расстраивается, страшно. Знаешь, не больше не то, что мама уезжает, а то, что он с папой остается. То есть такая ситуация. То есть, если бы мама уехала, это было беды, но он останется с папой, да, который будет еще немножко охуевать ремонтик делать, да? То есть там. Он еще их запряжет, наверное, сам. Он их запряжет, он что-нибудь там ему скажет, давайте помогайте отрывать обои. Я пока посижу, Фарузу нагоняю. Давайте, да, то есть, как бы сейчас приду 20 минут, там 3-4 круга, да? В этот момент все отодрано. А Форзу не играл, кстати. А что не играет? Битва спит. А что, не просто? Да какая-то одна и та же игра. Только графика разная всегда. Гонка, гонка, гонка. Ну, было оставить Лешу одного с детьми. Дима прям вот мамин-мамин. Блин, я его недавно только отучила спать без меня. Не плачь. Как так у вас кофе маленькое? Помогай, папе. Я что мне сказал? Я не хочу. Это бесполезно. Я с папой собирался ехать в отель. Хотел в спа. В спа тоже, ребеночек. Мама, я хочу в отель. Все нормально? Да. Ну все, отлично. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока. Ну это просто жесть. Было очень тяжеловато уезжать после... Парнишка когда даже руку... Я же здесь видел, да? То есть ему даже руку помогали. Пока, мама. Когда мама нашла нового любовника, да, что уезжает. Все, Маша. Ну, расскажешь, как там хорошо было. Ну, а простое женское счастье, знаешь, Радик, это тоже дорогого стоит. Все желают только хорошего. Крайне, понимаю. Пускай отдохнет, а то целый день готовит нам суп. Я не оставалась парнишка, одна, да, такой уже 12 лет. Вещь, да. Если честно, хотелось мама бы просто погулять одной. Кашеварит каждый суп. Кашеварит. Не? У меня задание для вас на первый день. Оставляю их вам на видном месте. Вечером приду, проверю. Задание для папы на первый день. Освободить комнату и снять старые обои. Заквасить капусту. Помочь Ире с домашним заданием по рисованию. Научить Диму читать по слогам. Справимся. Ничего сложного. Ну, знаешь, как бы последнее общение не от бати-то зависит. То есть это все от способности пацаненочка, знаешь, зависит. То есть, как если научится, как бы быстро схватывает, так и быстро научим, если нет, то нет. Ну, говорить уже умеет, уже хорошо. Потому что, знаешь, вряд ли с ним могли тут заниматься. Ну да. Тем более. Но батя, конечно, вообще все это поперек горла. Батя сам еле разговаривает. Да, по слогам. Он по слогам разговаривает. А меня бы кто научил, да, как бы. Меня никто не учил, пацан. Я сам. Сам выбился в люди. Да, да, да. Я сделал себя сам, вот. Один. Нет. Нет. Да, что-то тяжко будет. Начать Леша решил не с ремонта, а с того, что попроще. Вил, да. Пацан играет в трубочку, да? Бильярд. Что-то там гоняет. Какой-то ебучий букварь. Таксовый, Вил, да? А он... Дим, нам надо научить тебя по слогам. Вот это мама. Читание уроков истока для меня. Ты счастлив, Дима ни в какую не хотел учиться читать. И папе, чтобы не провалить первое же задание, пришлось заплатить сын читать. Видел? Я, да, он слезы утер. Чтобы не провалить первое же задание... Соточками! Давайте посмотрим. Слезы дорогого стоят. Пришлось заплатить сыну 200 Жесть. Рублей. И все пошло как по маслу. Мама. Мама. Я бы тоже так учился, в принципе. Слушай, Радик, да, у меня мотивации тоже было мало. Знаешь, как бы просто надо. Это надо. Кому надо? Мне говорили, типа, если ты принесешь двойку, получишь Да, да. А если пятерку, ну, значит, поешь дома. Я такой, ну, у меня выбора, в принципе, нету. Не, а да, как-то не сильно не разгуляешься, да? Да, да. Но у меня там не было тоже такой мотивации, знаешь, там, мы тебе купим какую-нибудь там, знаешь, игрушку за пятерку или там что-то. Нет. Ты должен. Мне надо. Я в первом классе когда был, со мной мама позанималась 2 дня, и он такой говорит, так, я нервы свои тратить не собираюсь. Ты зачем вообще в школу ходишь, да? Да, ты должен учиться сам. И, не дай бог, принесешь плохие оценки, ты знаешь, что будет. Ну, да? Я говорю, понял. И с первого класса я уроки делал только сам. У меня то же самое было. Не, ну я попозже, чуть с 5-го. Но все равно мне сказали, там, крутись сам. Вот тебе ключи от хаты. В общем, мне так было. Бюджет семьи вот такой. Да, да, мне прям, знаешь, вот я 4-й перепрыгивал класс. То есть, получается, 1-й, 2-й, 3-й, там просто, блядь, меня вот на ручку, Антоша. То есть, а 5-й, все, у тебя ключи от квартиры. Вот тут сам разогревать будешь, значит, вот тебе там чайник, все, ну, уроки там сам. Ну, меня 1-й класс водили в школу, а потом уже нет. Вот когда мы переехали во 2-м классе, меня еще поводили, это уже там до трамвайчика. Мне говорили, вот 5 остановок считаешь,
Выходишь. И выходишь, идешь прямо. А вот уже считать надо было. О, уметь. Да, и ты вот сидишь первое время, считаешь, страшно еще и так далее. Это не сейчас, как вот ребенку, знаешь, вот на детскую площадку уводит, и мама все сидит рядышком смотрит, потому не, что. Я так понял. А вдруг кто-нибудь увидит, блядь. Сейчас-то не так уж спокойненько, как да, раньше. Да, да. А раньше. А раньше, может, и хотели бы, чтобы потерялся. Да. Вот бы он не пришел. Посуду иметь меньше надо. Бессолочно, пошла бы куда-нибудь. Сон. Смотри, мама, мухомор, Рома мусор. Ой, Рома запятая там не увидел. Где сидел крач? Мне это как бы успешно получилось и быстро. Еще бы, с самого простого задания начать. Ну что, давайте вы начнете здесь разбирать картины. Хорошо, снимать. Задание ставится. Классить, там осталось недоделанное. Я считаю несправедливым то, что меня отправили на кухню. А я пойду на компьютер посмотрю, как расставлять мебель. Ну, не в обиду сказано, да, кому, блядь. Не, ну как бы... Пора привыкать. По логике, батя, ну, логичный, да, как бы человек. И он логично предположил, что так бы правильно. У женщин просто как-то это все, понимаете, в крови заложено, я не знаю. Вот, они все умеют готовить. Я не, а что плохого такого говорю, ничего такого не говорю. Я говорю, просто они умеют готовить, все. Я вот не умею ничего вообще. Хотелось, чтобы синхронно мы что-то делали, чтобы время у нас меньше ушло. Хорошо, детскими ручками комнату освобождать. Тебе половину мне. Вот я так же подумал, то он детей может на первый этаж чужую хату закидывать, они вот прям чик-чик-чик-чик-чик. На форточку раз. Оп, да, и все. Спускайся, я пока на шухере. Скидывай там все это в ноутбуке, да? Да, да, да. Маленькое что-нибудь, миксеры там. Боже, самый блестящий неси сюда. Аккуратно. Вот что думаешь, дорогой, если видишь, неси. Понятно, вообще ничего. А вон что? Ничего. А, планировочку дома сделали, дали, да? Видишь, о чем я говорю? Я даже не знаю, что, зачем это делать. Я не понимаю вообще ничего. Тяжелый как. А они будут шинковать его, заквасить должны капусту. А, закваска, тебя понял. Я думаю, ты умеешь квасить капусту? Я не пробовал, но я думаю, это не сложно. Но я думаю, он просто ее квасом зальет, и такой, ну... Ну да, да. Квас. Короче, устал я тут ковыряться. Квартира крутится по кругу, а что? Деньги не мутятся. Что он имеет в виду, да? Это что-то какой-то он... Лучше так захожу в интернете. Мы убрали, пап. Ты ебалый. Ну попробуй телевизор. Мама, где колеса, блядь? Да, да, что-то он как-то... Видел, да, просто план по кругу там вертит. Что-то на что-то повлияет. Донесу. Провода намотай на него. Дим, возьми провод. Лёша готов на все, лишь бы с кресла не вставать. Короче, берем вот это ничего, и вот это. Берем. А, это онлайн-каталог, это сейчас понял, что это как. Теперь можно поиграть. Все, я должна делать, а папа должен сидеть за компьютером. Надо было, чтоб я сидела за компьютером. Лёш, как получается? Ну, вообще, как бы, тоже спорный момент, да? То есть, кто сейчас должен, это нигде не написано. Ну, это нигде каких правил таких нету. Свод правил не висит. Да, то есть, ну, там конкретно человечество не решило, да, что там, типа, детям до 10 нельзя. Ебать, я смотрю вот на это. А что? Инновационный шкаф, блядь, из занавески в доме. Ёбать, дурот, а что это такое, блядь? А что там? Я не знаю, банки хранятся, что это, блядь? Слушай, это страшно, мне кажется. Вот это страшные короткометражки. Ну, мы... Я еще уверен, что этим гордится, этим решением. Такой, ну, нашел занавески, да, цвет, да, обоев. Еще это бесплатно было все. Хотели выкинуть, я их достал. О-о-о. От бабки досталось. Она померла недавно, блядь. Ну, немножко пахнет. Гнильцой. Сейчас но... она, да, валидолами, типа кроволовыми. Ну, ничего страшного. Это хорошо. Не знаю, правильно я ее делала или нет. Надо было папу заставить. Ножи настолько тупые, что даже к морковку капусту не могут тащить. Она просто хрустящая, так вот раз, раз. Вообще нихуя. Зачем? Мне надо было снять стресс после ведущего. Правильно. Потому что он меня немножко напрягал. Пивка врезал? Я так думаю, стопарик. Стопарик, когда чекушку, знаешь, эти маленькие подарочные, там джимбимчики. Такие вот, бам! И бум! Какой джимбимчик? Там 350 грамм. Да меньше, да. О, нет, он взял такой, знаешь, стаканчик есть. А, да, да, сразу граненый с этой. Да, такой. Оп, красота еще, знаешь, он, наверное, любит этот звук. Так.
Да-да-да, он прямо вот, фирменный. Блять, у нас, короче, я помню, была коробка водки на складе. Mm-hmm. Кто-то, я куда-то зачем-то ее купил, когда я в Кии работал. И там, это Новый год, наверное, вот какой-то корпоратив был, да, там реально коробка водки, зеленая марка была. И мы пошли с охранником смотреть, что за водка. Mm-hmm. Мы ее достали, он такой, я ее, Антошка, знаю. Он говорит, там спирт марки Альфа, очень хорошая. И я потом, ну, держу ее в руках, кручу и смотрю на коробке, там написано, как распознать, что водка зеленая марка, это, ну, оригинал, не оригинал. И там написано, что фирменный хлопок при открытии. Прикинь, прямо так, прямо так и написано было. Я такой думаю, быть не может. Там прямо написано, и если не будет фирменного хлопка, подделка. Нет, ты еще знаешь, скорее всего, хлопок был описан словами. Типа, должен быть, знаешь, чпок какой-то. Да-да, шпок. И вот и только такое, а не там шпуньк или какой-нибудь. Если вы слышите шпуньк, это не зеленая марка. Должен быть чпок. Пок! Да, вот, да. Так 3Ч через П, ок. А мама тем временем наслаждается релаксом по полной. Массаж лица. Никогда раньше не делала, не пробовала. Прям обалденно. Тебе голос это помнит еще. Да. Не знаю, правильно я ее делаю или нет. Иришка учится капусту резать. Дим, возьми провод. А папа не работает. А папа, да, ни одного кадра с папой. Папа занят важными делами. Работают только дети? Даже маленького заставил. Где папа-то у нас? А теперь можно поиграть. Я не понимаю, о чем ты? Почему мы играем, сидим? Мы таким темпами что-то сделаем? Он что думает, что дети за него что ли все сделают? Глядя на это, мне хотел сказать, я приеду домой, я тебя убью. Да, такими темпами папа хитрожопый, у нас... Все вот делегировал, да, на детишек? Так я думаю, детям дома просто даже не весело. Они никогда там не играют там с родителями. И для них это уже игра. Ничего не успеет. Можно я компьютер заберу? Ну, мы согласуем с шеф-редактором, и тогда попозже скажем. Спасибо. Ну, бильярд есть на телефоне, не бережу. Да, трубочка еще. Радикальное решение, Лена. Но разрешит ли съемочная группа пойти против правил? Леш, может, вы тебе рот не сделаете с чаем? Пап, ну мы не кушали, мы тоже хотим есть. Ну ладно, пошли тогда что-нибудь придумывать. Ирина, Я такого вообще не могу представить, чтобы я, знаешь, там у меня дети. Слушай, может, чайку с лимончиком мне сделаете? Да, думаю немножечко. Капустный шинкую. Что будем готовить? Давай кашу. Давай не кашу, а пельмени. Давай пельмени. А я хочу вареники. Я не люблю вареное мясо там. Мне оно не нравится. Леша, она хочет... У тебя батя вареное мясо. Да-да, практически. Вареники. Уже, блядь, сварился. Давно уже, блядь, просто доходит. Чуть-чуть, знаешь, кастрюльки, это пельмешка последняя, которую никто не ест, она уже все, блядь, разваливает. Это мясо, блядь, древняя-древняя, да, которая попалась на развес лет назад. Да-да-да. Вареньки с пельменями вместе. Варить? Да. Нелюбимым гостям ты. Ну, гостям дети. Сварим все равно. Мы все-таки решили. Пельменики и вареньки. Пельменики. Пельмени и вареньки. Ты сейчас что будешь делать, когда покушаешь? Разбираться надо дальше. Мы с Димой вещи, а ты это, сам шкаф. Там диван сначала разбирать, а шкаф. Похоже, дети взяли все в свои руки. А Ира даже после обеда не забывает о делах. Ты что тупой ножик взяла? Ты давай. Какой батя такой? Такие ножи. Ну, а что ты хочешь? Тупой. Ты торопись. Потом. Ну-ка, подожди, это что такое, да? Это новое. Пленочку не снимает он, видишь? Это, подожди, это пленка? Это пленка. Это транспортировочная? Жизнь. Либо, ну, либо с них уже слазит лак. Ну, вот походу, да, если лак слазит с них, что ж там за пар постоянно? Я говорю, вот это вот сиденье, блин, на них можно сесть и гепатит поймать. Да, да, какой-нибудь тубик. Ты уже там парализованный будешь сидеть. Блядь, сколько они картошки мут. Ты посмотри просто. Слушай, да, мялок раз, два, три, мне кажется, там даже четвертый. Три руки, да. Два человека целыми тазами эту едят пюрешку. Ты что тупой ножик-то взяла? Ты давай, не торопись. Потоньше надо резать. Вообще-то я сначала вот такими кусками, а потом по мелкому. Ну ты сразу вот так вот. Никуда не торопимся, Ирина. Я бы намного быстрее это сделал. Чем Ирина? Да, да, такой он крутой. Я нашел бы с кем соревноваться. Я быстрее ребенка могу порезать капусту. Я не плачу, когда сплю.
Молодец. Похвально. Спасибо. В таком возрасте. Как думаешь, мы выиграем? Не знаю. Да. У меня и к матери претензий так-то есть, на самом деле. Она тоже... Ну вот она как будто бы, знаешь, ее все устраивает. Угу. Как бы она не хочет с ним поговорить, там, знаешь, конкретно, что так жить нельзя. Так, да посмотри просто, какой диван даже. Туда вот, либо, вот бомжи там ссали, спали, и все. Ну, как бы... То есть можно его, да, там было просто элементарно помыть. Я считаю, нормальная женщина. Типа, да, должна обратить на это внимание и сказать так. Мы так не можем жить. Не можем. Это уже что-то слишком... Она просто такая, ну давай, простыночку прикроем. Ну да, это ж не видно, никто не будет. Да. Ну а клапы-то, и всякие там эти бошки. Клапов это не касается, да если что, вместо чесалки... Ну они ж снизу там, типа знаешь, как в Нижнем мире живут. Да. Своем. Ты потом заметил? Вот, мы как смотрим, все это, мужики там сидят в компьютере, играют, играют, а мы только... Он ушел, мы начали уже все делать. У нас будет лучше. Я верю, что папа сможет сделать ремонт и выиграть деньги. Жестко будем помогать ему. Молодец. Кроличья. Кроличья? Угу. Ну, вроде тут не было. Ну, какашка. Какашка? Она вдруг упала. Ира тем временем кастрюльку капусты нарубила, а остальное выбросила. Нечего лишнее квасить. Давай ну, замажем. Ай, раскрылся, гадина. А я за низ взял. Ну нет, блин. Он открылся. Давай поднимем. Ну, его, тут надо сделать скидку, да, что ты как бы с ребеночком, да, как ну, считаешь его там уже взрослым, да? Ну, блин, мне кажется, ребенок все же больше инициативы проявляет, чем батя. Да, да, ну как-то помню его, честно говоря. Вот этот парень официально говорю, два раза, наверное, мне чем батя. Батик это. Хрень какая-то вообще. Если бы я один мучился бы с ним, мне кажется, у меня ничего не получилось. Но он помог. Опа, что она не снимается? Там что, она опять соединилась. О! Да, чел направляющий дергает, да? Как бы надо было вверх чуть-чуть. Ну давай. Ну это даже. Пьяного соседа позвал за чекушку. Ну да, да, да. Он тебе там чуть... хату разгромил. Да. Ну, как помог, так смог. Да, я как бы в Лондон не летал. Как там эти купе, да, шкаф вообще, это что такое? Хозяйка, нали, бля. Да, еще разбей. Нам не хватало еще люстру менять. Папа выиграет, потому что у него есть очень хорошие помощники. Вот. Да вы не переживайте, люди посмотрели бы это шоу, они вам там деньги задонатили, потому что жалко бы вас стало. Жалко ребяток, да. И вот и младший, и старший, и девочка, и все. Знаешь, только вот и говорят о том, что хорошая моя семья, удастся все. А вот в остальные еще хуже живут. Понимаешь, вот там в Африке, бля, воду. Страшно представить, конечно, вот что они потом про отца подумают, когда вырастут, да? Вот скажут, как они будут, мудак, он скажет, кем они его будут считать, да? Вот так же. Это же как бы в его интересах потом, чтобы они пример с него брали, а сейчас как-то, блядь. Пример ему нужно взять с его старшего сына. Я вот думаю, это... что он не поменяется еще, знаешь? Он еще будет говорить, я вас воспитал, да, я да, вас да. поднял, я вам кровь вы, дал. Вы жили в моей квартире, ели кто мои вас кормил, пельмени. Одевал, учебники покупал, если бы не я, блядь, ничего бы не было у тебя. Не было бы у тебя этой тельняшки, малой. Да, да. И 200 рублей. 500 или 500, 200. 200, там 200-очки было. Я с первого раза снял, пап. Да ты чё? Мне было не жалко шкаф. Мы уже к нему привыкли. Что ты будешь делать-то, а? Прямо задолбал. Это, наверное, всю компанию вот эта дорогая забил можно одеть. Не прекрати не играть! Уже домой! Все, брат, это форзе зависит. Вообще, что за игра? Крутая какая-то игруха. Да батя тоже такой, что там, у меня игру ломаете? Да, да, видишь, там, типа, он тоже хочет. Так, блядь, это уровень я пройду. Я думал. Полдня позади, а комната не, смотри-ка, к ремонту не готова. 11-летний Леша справляется не хуже профессионального строителя. Пап, молодец вообще. Что ты? Батя, так можно? Пацан, да. Это вот скорее сейчас пацан за батю выступает, нежели, знаешь. Это я обычно помогал отцу там что-то. Да, да, он такой просто держал, он там. Вот все, молодец. Начинаем от стенки. Начинаем снизу. Делаю ему обои, обделал. Ну, помочить бы
херово. Ебать, видел, да, там не забитые гвоздики. Намеченные просто, кто-то такой решил, такой, да ладно. Да-да. Все убило? Все живые. Пособирай это. А это шкаф утилизируется, я так понял? Думал, Андрей уже пошел. А это, кажется, стройматериалы привезли. В новом сезоне папа избавлен от необходимости ходить по магазинам. Все закупает и доставляет программу. Класс! А Леше только надо работать руками и с хозяйством справляться. Папа, да. Ты помнишь, мне еще задание? Ире в школе задали нарисовать пейзаж. Блин, ну Ирина, ну не вовремя совсем. Неси ватман. Ватмана нету. Ну блин, а что делать-то, блин? Я решил отрезать кусок от новых обоев. Что рисовать? От новых? Да. Тю, батя! Так оплачено все. А, ну ладно, сейчас докупят, да? Не, ну вышел из положения. Все в воде. Молодец. Правда, кисточек не оказалось. Да, у них еще задание пришлось выполнять в необычной технике. С помощью зубных щеток. Я вообще не понял, что к чему и что ими делать. А, я понял. Все. Пацан фон. Маленький. Там все. Там, бля. Смешно, это опять этого дурачка поставил. Зерита так. Это все. Это пиздец. А он понял, только один раз мазнул. Это все. Насколько... Они как с детективным с ним, знаешь. Да. Это вот какой-то... Тут такое большое. Круглое. Димка нарисовал квадратное солнышко. Короче, я не умею. Ну, мы поняли, короче. И разукрасили. Это, знаешь, те самые истории, когда тебе за 30. Да я в детстве зубной щеткой рисовал, блядь. Я, блядь, денег не было, блядь. Ели обои. И тебе дают вот на... Ну, покажи, как это. С детства. Зубы гуашь. Просто вот люблю, когда от штукатурки отлепилось, это вот вкусненькое. Да. С телом в зубах. Чтобы она, мелок был. Думаешь, у меня зубы чё сточенные, блядь, пополам. Это всё из-за штукатурки. Молодец. А пока мальчик Лёша уже традиционно делает ремонт сам. Ну, типа, да, ну, блядь, нарисует просто нормально. Ну, более-менее скажи, что щёткой. Кому не похер. Искусство это. Дека папа традиционно всем недоволен. Потом ими зубами будет чистить. Ну да, я же к тому, что как бы, ну, лишних щеток, знаешь, там не держу. У него нет. Фон что у нас, красный что ли? Что-то вообще не понятно. Разноцветный. Чего получилось? Солнце. Я, кстати, делал подобным образом. Я использовал зубную щетку однажды, да, в таком стенгазету я делал до математики. Я конопушки делал этому ботану, нахуй, да, который сидел в очках и там держал весело арифметику. Да, да, вот так вот. Неплохо. Я думаю, для мейкапа тоже будет. Да. Кто-нибудь из девочек просто раз себе. Да, и на пушке. Вот это я помню, так я делал, да. Папа не любит такие игры. Он весь был желтый потом. Черт, и че? Открыто. О, привет. Пришла соседка. Когда надо, она помогает. Узнала от Лены, что будет сниматься проект. Решила проверить и увидеть своими глазами, что там действительно происходит. Он в квартире. Жил. Соседка такая, знаешь. Ну, какая-то, имя, да, такое подозрительное. Анжелочка. Пришло, ну, еще и соседушка, будто, да? Да, как будто выдуманная. Хочешь помочь? Капуста за... Анжела, что там ты? Это, не обессудь, это не просто... Не обижайся. Стереотипные шутки. Да. Проблем. Если я могу в этом помочь, то, естественно, конечно, я помогу. Капусту, конечно, я квасить не умею. Народная рязанская примета. Умеет? Нарезать капусты в четыре руки. Это к деньгам. А лучше к призу от ведущих. Привет. О, брат... А, блядь, я думал, ты братан пришел какой-то. Пыль столбом. Здрасте. Клетка. Капусту мы заквасили. А вы кто? Соседка. Хорошо устроился. Уже уходит? Да. Блин, Рил, да, к этому чуваку, знаешь, такое ощущение, чем ты глупее, тем тебе больше, там, знаешь, детей у тебя больше, тем у тебя женщин. Ну, говорят же, тебе плодят нищету. Ну, такое есть, да, бытует такое мнение. Но это как бы, с одной стороны, правильно, да, то есть там как бы есть шанс того, что как бы твоя семья в целом выйдет, да, на какую-то хорошую работу, то кто-то из сыновей стрельнет, короче. Но... Один из десяти, блин. Ну, а что поделать? И потащить. И будет кормить всех остальных. Фирму откроет, всех устроит туда работать. Для каждого. Курьер. Конечно. Так Яндекс.Доставка так и открылась, ты не знал. Да? Друга нанимали, блядь. Да, всех родственников, блядь, а там пошло. Ведущий и начал нас оценивать.
Это промежуточный задание номер один, освободить комнату и снять старые обои. В процессе? В процессе. Задание не могу принять. Хорошо? Хорошо. Посмотрим, что будет завтра. Надеюсь, все будет. Будет? Ребят? Да. И... Конечно. Особенно следующее задание – заквасить капусту. Капуста готова, Ир. Ну, так попробуй. Нужно еще какое-то время, там 40 с лишним часов, чтобы заквасилось. Можно одну взять? Ну да, что-то, кстати, маловато. Почистим на зубок. Я думаю, что так... Обратно. Нет, твоя капуста. Да-да-да, упала. И так он еще так вот сделал. Ну, чтобы непонятно было. Это для вкуса. Все равно же в уксусе все это. Да, там подрастворится. Нормально. Ты посмотри за эту пейзаж, как выглядит на фоне дерьма. Да. То есть по картине ходят люди. Ну, вроде ему понравилось. Непонятно, что понравилось, конечно. К финалу будет готово. Да? Как ты все здесь закончишь? Еще одно задание было. Помочь Ире с домашним заданием по... рисованию. Правильно. Рассказывай. Ну вот рисовали мы зубными щетками. Чем? Зубными щетками. Такая техника есть. И что здесь нарисовано? Слушай, ну я здесь читаю краснобар осень. Ну просто я и перепутала с английской N. Должна была красивая осень. Берем ее так вот и вешаем. А что это такое? Новые обои. Новые обои? Смешно? Бомбанул чувак, да? То есть у него там... Смешно? Смешно, да? Деньги тратить его уже, знаешь, там. Я думаю, что там что осталось, там бюджет, он уже все по карману. Рассчитал. Рассчитал уже, сейчас закуп сделаю себе и продам на... Да, это. А ему придется сейчас, да, если будет там не хватать, опять еще рулон докупай. Ну хотя, в принципе, наверное, это все-таки обрезок. Там обычно выходит там три... полоски с рулона, если по 2,70. Да. Было научить Диму читать по слогам. Рулон. Дим, смотри, что за буква? Скажи, просто скажи. Дим, ну ты чё, топишь-то? Ему деньги давай, надо. Давай, надо... Дим, он тебе 200 рублей ещё даст. Деньги-то? Мура. Мой. Раса. Яша. По слогам, Дим. Задание было прочитать по слогам, а не пересказать. Лёш, как проходил обучение-то? Ну, сложновато. Ты сколько ему заплатил? Нет. Обучение было коммерческое. Да, это коммерческая тайна. Да, да. Мы не раскрываем деловых контрактов, сумм. Сколько не заплатил? Видимо, папа забыл, что снимается в телевизионном проекте. Мы можем и улики предъявить, как папа не платил за обучение. Что мама все время стреляет в руки? Он хочет сказать, ты не даешь. Ну, слушай, с двумя сотками реально легче считается. Где это я сидел врач? На биозе. Молодец. Как же ты в школу-то пойдешь? Тебя учитель к доске вызовет, а ты ему что скажешь? 5000 отвечу. Да? Нет? Что да? Давай договоримся, я принимаю задание, а ты принимаешь больше участия в жизни детей. Нормальная идея, нет? Нормально. Что-то ты не рад. Нормально. Почему рад? Рад? Да. Смотри. В целом задание он принял, но сразу же вдогонку пустил. Блядь, еще один. На второй день задание. А, оставляю это... задание. Здесь? Слишком много работы. Все, давайте, до завтра, пока. Задание для папы на второй день. Перестелить полы и зашпаклевать стены. Вычесать и постричь кота. Подготовить Лёшу к соревнованиям по брейк-дансу. О, вот это мне интересно посмотреть. Он прям пусть в гостиной тренируется. Да, да, пока там все вынесено, как раз все подметаем. Тяжело будет. Шапкой будешь все это полы эти подметать. Можно поцарапать, покрыть. Соседку позовем. Покрытие. Бля, вот у кота такого как? Стал не по себе. У нас был такой кот. Вот у родителей. Его чесали, я тебе хочу сказать, вообще чуть ли не каждый день. Бесполезно. Да, его стричь надо было, и возили его к этим... Грубер. А сейчас, да, сейчас грубер называют, тогда это было просто там кота постричь, просто обкарнать его там как-нибудь, чтобы он не скатывался. Ну ничего, нормально же, долго прожил, 16 лет, по-моему. Ни хрена. Кот старый был вообще. Снять стресс, я пошел, решил поиграть. Долго сидеть не буду, поиграю немножко и пойду заниматься дальше обоими. А я не понял, дюна какая-то, да, или этот, как он называется, Red Alert. Но не так просто оторваться опять от гонок, форт, когда никак не удается прийти к финишу первым. Полночи на игру и еще полночи на обои. Времени на сон у папы почти не осталось, а дети с утра привыкли завтракать.
Блин, что стучите? Кушать. Я еще не проснулся. Что вам делать? Наверное, время, наверное, типа пол пятого или там пол четвертого вечера уже. Бам! Че шумим-то? Че шумим? Не можем сами, что ли? Блять, квашеную капусту? Я девочка, слежу за фигурой, поэтому это полезно на завтрак. Тут еще кастрюлю надо мыть вчерашнюю. Ну, помой. Папа, как мы сегодня будем стричь кота? Не представляю. Ты будешь держать его? Да, а ты стричь. А если он меня съест? Не съест. Он тебе не зверь. Не зверь? А кто он мне? Он кот. Он все время как будто под градусом. Да, 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 он как-то вот... Коньячка, да, вот такой, слегка мажет вот сюда. Не, на голодный желудок такой, ой, жгет. Вот так вот пошла теплота, вот это даже он такой, ебать. Такой шустово въебал. Да, шустово. Он вас, он за ноги цепляет. Мне кажется, ты прав, вот он что-то такое вот, ну, подвинчивает. Он такой, на стрессе, ты знаешь, вот это за батареей летом, чтобы не грелось. Да, да, да. Потом колтуны. Еще оператору такой. А он это рукой машет, не надо это. И надо стричь. Ирина, когда сварится уже? Сам должен знать. Я не знаю, я первый раз сварю. Вот это варить 3 минуты. 3 минуты, а это сколько? 3 минуты, 6 минут варить. Вот ты посчитал, молодец вообще. 3 умножить на 3, 9. Надо было? Ой. Ой. Просто кто помереть, больше? Просто голову с эмбатией. Варим 9 минут. Надежно здесь. Сейчас, сейчас опять просто пельмени сварят. Пельмени! 9. Они и так готовы. Да, мне кажется, знаешь, сколько людей выжило на пельмени. Я думаю, да, это вообще-то просто надо... Легендарные блюда спасало людей. Мне кажется, надо, вот кто придумал, да, пельмени, вот там, ну, установить интересно, память. Ну или пельмени память. Прям вот это, пельменин нахуй. Или кто там? Пельменев Игорь. Да, Игорек Пельменин. Придумал их. Сидел так, блядь, что хочу, вот мясо скрутить. И в тесто, да, вот как бы сделать эти фрикадельки, да. Ну так, чтобы сразу тесто мало. Мгновенно. Так захотелось, слушай, с малепных пельмешек. Бля, пельмени вообще захотел просто жесть. А как ты любишь, с маслицем или с майонезом? Ну, слушай, сейчас я как бы стараюсь чисто так вот чуть-чуть капнуть там этого кетчупчика, да. Но раньше, вот чтобы вы понимали, то есть кетченес рекой тек. Просто, блядь, вот хрючево такое было адское, что вам мало не покажется. А я, знаешь, я каждый раз там, когда пельмени делаю, пританцовываю еще, блядь. Такой. Да, оп, да, там сразу, знаешь, оп, когда они начинают это уже бурлеть и все пахнет уже, ты сразу такой... Это музыка из «Ангелов Чарли» играет, блядь. Да. Сейчас еще 5 минут так буквально. Я еще беру так, знаешь, это сейчас же этот, ну, у нас получается вот эта штука. И как, знаешь, тирамису такой оп-оп-оп-оп на каждый. И так жопка туда-сюда шевелится. Ай, сижу. Как будто пельмени праздник, да? Ой, бля. А, кстати, вот я заметил, то, что вот эти всякие там кока-колы, кулковы, это все, ну, вот, знаешь, ко всему подходит. Вот у нас был какой-то, я вот в кино ходил, был ресторанный дворик, я не знаю, что это было за заведение, но там прям, знаешь, комбо-сет, пельмени, типа с газировкой, то есть ты там чуть еще не картошку фри тебе давал. Да, это праздник студент надо сдать. Это вообще, ну, конечно, цена была не студенческая, но в целом, то есть такой вот набор даже продавался. А я, кстати, не могу пить сейчас эти колы, добрый. Да? Не потому, что как бы она типа точно такая же. А почему? Мне не создают визуал праздника эти баночки. А, слушай, ну вот белая кола у меня такой праздник вызывает, вообще просто жесть. Я вот один в один, вот как вот в 90-е было, я прям вот наливаю стакан белая кола. Только приятное все, да, только приятно. Пенна принесла свои плоды. А что, вкусно пахнет? Вкусно? О, блин, что делаешь-то? Дунула, блин. Ты еще полез? Кто на работе? Охранник, она складывает? Что тут там? Грузчиком, грузчиком, по-моему, там складируют. 9 минут так быстро прошло. Ну, вообще, оно 3, говорится. Ну, ничего страшного. Папа, кормил нас молочной кашей. Давай быстро едим. Пойдем, супер жидкое. Мы семья, и мы а у пацана вообще молоко. Просто горячего молока залил в эту овсянку. Да, да. Сойдет. Например, дружно отрабатывать удары карате вместо ремонта. Да, так, сколько? Это потолок это, да? Да, да, да. Мы устраняем с Димой. Потолок меня вызывает страх всегда.
Да. Есть, есть такое, да. Вот, то есть, я все время представляю, горит он, и он где-то звук. Слушай, если это же как бы пенопласт, он будет плавиться, капать на тебя, да, если да, это да, будет да, пожар, да. Это жесть, ребята, да, такой потолок. А там же все время люстры еще. У нас кухня была такая, я помню, что-то я все время где-то в новостях увидел. Я все время на потолок смотрел, думаю, блядь, только не загорись. Ради бога. Только, да, как-нибудь терпи. Как в Супернатурале, там женщина прибьет, и все загорится. Я все время представлял, блядь, не любил там кушать уже. Проблема. Какую? Чтобы такие большие куски тут не были. Черт возьми, а с какой-то день-то? Мне нравится, что я могу сделать все сам. Ты часть сама. Блин, потише, пыль, пыль столбом будет стоять. Может, сожгем это все? Прям тут. Да, да, прямо здесь. Бензин, бак. Надо бочку прикатить и в ней все сжечь. Тоша решает вопрос радикально. Сходить погулять. Хорошо, хорошо. Заодно вот два пакета мусора. Мне шумят, отвлекают от работы. Ну почему бы мне кажется, погулять? Эти ковры все это надо выкинуть. Не знаешь, делать что-то или смотреть, что они там творят. Ковер шпаклюет, да? За херня происходит. Ламинат сверху постели. Ты говоришь, у меня там тайник. Поэтому не вижу. Катались на качелях. Леша! Сколько тебе качели зубов повыливали? Ой, вообще миллиарды. Молочных и столько же. Громкое трио недолго оставалось незамеченным. Здрасте! Здрасте. А вы чего на улице? Голодные? Пойдемте кушать. Опять соседка? Уже не в первый раз семейство Никитиных-Левиных выручает соседка. Я, естественно, понимаю, что папа там делает ремонт, и что готовить ему некогда. Ну, пришлось их позвать и покормить обедом. Они где-то в гости ходят, как на праздник. Что-то какая-то, ну, да, такая, что-то она, да, добренькая такая, что-то не то, может быть, с папкой там. Кушай, что все остынет. Сметана там была. Парень, да, как будто это деликатес какой-то увидел, знаешь, как там. Приехал даже... откуда. Была сметана, да, сметана. Праздник, вот сейчас помню как. Кажется, она не вкусная. Не хочешь сметаны? Угу. Только не плачь. Давай салат тебе сделаю, будешь? Угу. Блин, время уже много. Где дети-то? Я испугался, потому что их уже долго не было. С окна видно, не было тоже. Куда они делись-то, блин? Надо же, как ремонт может увлечь ответственного отца? Болван! Просто детей выгнал на улицу, они куда-то пошли. Тут их мог взять, там, блин, где все троих. Всех сразу потерял, ладно одного. Какой ужас. Я не ожидал от них, что они мне создадут проблему такую. Лёш! Надо было с презервативом заняться. Да, проблем было меньше, да, проблем было меньше. Ир! Чё-то не отзываются совсем. Хрен знает, где они вообще. Лёш! Ты что? Я тоже подумал, знаешь, какой-то кинолог. Чё-то не отзываются совсем. Не, кинолог, это, знаешь, как его... КГБшник. Да-да-да. Вот этих вот врагов донации. Прямо от них разит этими. На пенсии, но все равно же ходит в том же костюмчике. Не знаю, где они вообще. Лёш! С этим планшетом, от которой там... Так, здравствуйте. И там, это, знаешь, на планшете комбо сразу. Так. Ну, как в Call of Duty, примерно. Понял, да, вот это тут? Да, да. Закладчик был маленький. Я салат уже сделали. О, пропущенный от папы. О, звонила. Алло. Ты чё звонил? Замечательно вообще. Мы у тети Анжелы. А я тут и бегаю ищу вас по всему этому, по всей улице. Почему на телефон не отвечаете? Во всем виновата Ирина. Потому что она взяла и выключила телефон. У меня телефон был разряженный. И лежал дома. Бывший замучил звонками Ирина. Да, Ирина. Ну, слушай, ну, она так еще называется, его сестра Ирина. Да, Ирина. Ей там 10 лет. Типа, не Ира, там как-то. Да, Ирина. Но уважительной ноте такой, знаешь. Если вам не нужны телефоны, я у вас все отберу, чтобы вам вообще никто не позвонил. А я его спрячу. Не тайное место. Не ставит. Ты вообще не авторитет. Тетя Анжела, сейчас приду я за вами. Как они попали, неизвестно туда, и ничего мне не сказали. Через вообще дверь. Охренели, я ищу там вас, бегаю по улице. Вот, смотри, вот любопытно даже, он же ходит кому-то в гости, заходит, ходит, да, и видит гости. Разницу. Не, ну, я понимаю, о чем ты говоришь, но для него это вообще не разница никакой. То есть он даже не задумывается над тем, что вот его окружает, понимаешь? Вот он заходит, какой-то там ремонт, он не обращает на это внимания, как там хорошо, нехорошо сделано, вообще ему любопытно, плевать. Он просто вот, ну, быстрее бы, знаешь, там, кинуть кости.
на диван, блядь. И чтобы там кто-нибудь чай ему приготовил, потом принесли дети пельмешки, поставили ему, знаешь, на табуретку вот так вот. И чтобы там вилочка была сразу вставлена, и сметану новую открытую, раз. Поел так неудобно, и спать, он такой еще, ой, блядь. И он еще вот так должен был бы сесть сначала. Ну что, хлеба, что ли, не принести было? Когда я сдохну? Когда уже мне закончится все? Ну, извини, что тебя не предупредили. Сейчас идем домой. Отдаете мне свои телефоны? Не повезло. Я его маму спрятала. Ха-ха. Она молодец. Так что не надо искать его. Я пугал не сильно. Такой чел. Ты раздразнил батьку. Алло, Паш. Короче, делов еще много делать. Ты не можешь приехать помочь? Все, ладно, да, спасибо. Паша Димин крестный. Он папин друг с детства. Зовут на гулянку батьку. Сейчас не может, да? Вот это вот, все карты спутал. Да. Ремонтик. Как будто скворечники, блядь, живут. Да уж, слушай, вот эта вот тема, да-да, как будто какая-то это... Это глубинное дерьмо просто раскидало. Вот это когда, блядь, с клетки вылетает, каждый раз... Когда, ну, рывок делал, да-да-да. Я не понимаю, вот это вот раньше была такая, знаешь, мода. Газеты на газеты. Ну, то есть, как бы выравнивали, да, я так понимаю, что этим способом. То наверное, есть, я никогда не интересовался, но было любопытно. Ну, скорее всего, шпаклевка дорого была, либо ее не найти было. Так, газету примерно плюс-минус правнее стало, и давай дальше. Она ложилась еще лучше. Клей, может, и быть, ложилась да. лучше, да, адгезия была такая получше на газетку. Может, поймаем. Там, раньше, я думаю, клей, знаешь, там на ПВА какой-нибудь смешанный там с садовыми, да. Да, он сейчас ест. Кот сразу понял, о чем базар. Да, я с ним баловался, он меня начал кусать и прям чуть мне руки не поглотил. Я был весь в крови. Кто стричь-то будет? Я. Ты? Нет, папа. А чем стричь-то? Да-то? Я поубал. Ты кому говоришь? Коту. Коту говоришь? Сейчас ты дождешься, он тебя трясет. Кот вообще, конечно, не в восторге. Я же тебе сказал. Первого царапал он папу, потом Леша, потом меня. А Дима он вообще не тронул. Он мне вон через перчатки он дырку сделал. Он уже и до ножниц дошло. Тихо. У нас тоже кот, да, так вот устраивал. Котом, да, был конечно. Хорошо, что... На дочку по темечку. Сзади просто. Надо как-то его, да, усмирить. Не, ну, конечно, лучше груминг. Ну, груминг, да нет, ну ладно, его дома. Просто почесать, мне кажется, он более-менее адекватный. Так ему больно, понимаешь, он уже скатался там, у него эти колтуны, ему вот за него так вот возьмешь, он просто орёт, блядь, у него там все стянуто, понимаешь, ему уже нету. Это репейник, блядь, на нем уже скручен 8 раз. Да. Огромные, блядь, такие. И их уже выстригать-то самому не получится. Там уже все, кожа натянута, ему нужно только это все. А, точно, слушай, точно. Это срочно помогать надо коту. Не барашка стричь. Не-не-не. Я намучился с ним. Пап, может, если получается ножницы, давай попробуем машинкой? Ну, давай попробуем. Машинка. Мне кажется, эта машинка сразу сдохнет. Но персик явно против. Проблемный кот! Слушай, он какой-то очень пушистый. Потому что она, походу, только... Такие, подожди, у кота смешные штаны. Но персик явно против. Проблемы. Япа, как курица какая-то. Как у казака, блядь. Да, такие большие. Ну, блин, шикарный кот, конечно, за ним бы еще последить. Его не взяла тоже. Потому что она, походу, только берет человеческий волос. Я с котом ссориться не хотел. Если бы я его тонул, и он меня оцарапал, я бы Еве давно. Пострадавшие вдвоем разошлись по углам. А вот и подкрепление пожаловало в лице папиного друга Паши. Ух, нифига себе, Лёх, что тут натворил? Пришлось мне натворить. А что помочь-то надо? Плевать надо. Вот с этой тогда стенки начнём. А чё, знаешь, там, ну, пришел, не рассчитывая на то, что, ну, там, ну, чисто вот, знаешь, пацан кореш. Да. Не рассчитывал на то, что здесь какая-то мануха будет такая, знаешь, ну, одет в парадное во все, то есть это, ну, ладно, да, я помогу. Ну, знаешь, чисто тут же стройка началась. Ну, смотри, как он быстро все делает. Быстро делает, слушай. Да? Мне кажется, это повезло, что он зашел. Опа.
Не хочешь? Так, может, он детей задел. А может быть, и он. Зашел, оп-оп-оп. Может быть, батька-то. Он просто пока комплименты говорил. Да-да-да. Помочь ты. Что стоишь со спателем, как это? У меня просто... Потому что старше-то явно. В кого-то, да? Другого, да. Ты что стоишь, да? Ну и что, ты будешь полдня очищать, что ли? Не, я почему полдня? Или ты тут решил, я за тебя тут все же прошпаклюю. А ты шкурку-то купил, Лех? Нет, ну легко. Да, шкурка. Потом надо шкуркой будет пройтись. Да. Да, а ты что, забыл? Забыл. Лет по 20 нам было. Мы, наверное, зарабатывали деньги, занимались там по ремонту, там по-разному. Блять, ну какой ты ремонт сделать мог? Здесь. Стеснялся. Дед Паша там, папа, Ирина, Дима. Леш, ну что, покажешь, что ты можешь? А то я закраснеть на тебя буду. Я не знаю, что тебе показать. Леш, если ты не будешь танцевать, мы не пойдем на соревнования. Не выполним задание. Ага, то есть подожди, все правильно, да? То есть они освободили комнату, значит, тут брейк низкий будет сейчас. Нижний брейк. Леша, то есть нам здесь, на мусоре. На мусоре прям. Опа, раз, два, три. Кейн даже выступал очень много. Ну, что-то получается. Танцы такие. А чё это-то? Не дозвониться? Он хочет похвалить сынка. Чё, впечатление не очень. А нельзя сказать. Он еще не особо так танцует. Слушай, может, я с ними схожу? А ты пока тут ремонтиком позанимаешься. Успокойся, отдыхай. Отдыхай? Отец должен быть рядом с сыном. Ну ладно, ладно. Так он и предложил. Да-да-да, вот в том-то и дело. А сейчас за ним он поспокоится здесь? Красавчик, блин. Ну, слушай, хороший такой друга есть. Я прекрасно понимаю. Лёх, молодец. Ну, так... Ни хера себе, он всё зашпаклевал. За чекушку, наверное, тогда сидели за столом. Он такой, успокойся, я схожу, ты у меня гость. И всё, пять минут там, пять минут... Одна нога тут, другая там. Свалил, а мне тут покрывать ему все стены. Хитрющий, блин. Ну, в принципе, как обычно мы делали с ним. Он куда-то сваливает, а Паша... Алло. Позвонил друг. Мне надо было ему сумку передать. Ну, отлучился ненадолго. Лена до сих пор не пришла в себя после вчерашнего видео на планшете. Конспата по правилам проекта с семьей общаться запрещено. Съемочная группа думала целый... Ты что, пропустил? Сейчас тебе расскажу, пока ты отходил. А ты видел там что-то было? Нет. Сутки. И все-таки решила пойти Лене навстречу и разрешила забрать компьютер из дома при условии, что ни мужа, ни детей она не увидит. Потому что дело бы не сдвинулось с мертвой точки прям вот 100%. Не, она вроде как, кстати, движется. Дети делали? Зря она это делала. Ну как, бывший все сделал. А, да. Папа играет, но это вообще не дело. Ну, спасибо, что разрешили. Блядь. Да, вот я смотрю просто на такие семьи, да, я потом не удивлен, что они в мужском и женском появляются. Ну да. Она сидит такая. Это точно, точно от мужа. А он такой, да я знаю, мне соседка Анжела сказала, что Паша заходил к ней тогда в ту ночь. А потом она забеременела, блядь. Она такая, я тебя только люблю, Саша. Ну, я начинаю с треугольника. Ну, все. А потом, ну, это Гордон, блядь, такой. Сейчас я вам все расскажу. Блин, ну ты, а ты опытный, ты смотрел уже, да? Я на стримах смотрел. Блин, прикольно звучит. Я даже, наверное, такой, так, молчать, блядь, молчать. Ты никто. Ты не можешь кормить семью свою. Жесть. Такой вот такой... Сука! Это он так отчитывает, да? Ну, он отчитывает, бывает, когда он психует, он колготками подходит, такой, ты че, блядь, вот так тебе приятно! Вот так тебе приятно! Нифига! Неприятно! А как он так может вообще себе позволять? Он богу, мне кажется, он такой тоже, блядь, шустовый, блядь. Шустовый хуярит так где-нибудь. Ох, блядь, сейчас я как выдам. За кулисами. Да, он, значит, такой расхорохоренный. Даже посуду не помыл. Как всегда, в игрушку. Забрала. Как он называется? Рил компьютер. Надо было, как в детстве, просто кабель, блядь, забрать. Ну, он бы пошел бы купил 100 рублей стоит. Да он догадался. Я бы думаю, с микроволновки взял, так тоже. А, да. Разбираюсь. Кейса, то есть тебя не кормили? Заяц 3 дня не ел. Блядь, да ладно, что 3 дня не ел. Ты посмотри, как заяц просто сидит. Слушай, а он... Он вообще не двигается там, мне кажется. Он так вот... Слушай, да, реально, заяц может только просто вот, ну, встать и лечь. Все. Хуже карцера, блядь. Ёб твою мать, а как же этот заяц жив еще? Он на суп пойдет, а потом как, сквашенной капусты. Как унижали-то?
Поэтому его как этот гуся, блядь, с этот фуагра выращивает через корм, чтобы он не двигался. Потом, ох, хороший заяц. Слушай, ну заяц, наверное, вообще упитанный. Просто на вот такое на убой его. То есть тебя не кормят? Ты что, чипсы для попугая, блин? Ну да, какой-то. Принглс. И заяц, и кошка, и попугай. Ну ты срач. Уж тебя не кормят тоже, да? А можно я ему записку оставлю? Ну, пожалуй, надо, чтобы папу до инфаркта не довести. Самое ценное. Дорогой муж, я посмотрела, как ты хорошо в скобках делаешь ремонт. Сидя в компьютере и решила компьютер забрать. Помни, это все ради семьи. Люблю, целую, Алена. Убери срачность. Со стола! Как думал, что сотрёшь, чтобы когда снимали, они увидели. Одна вещь в доме пропала. Ну, всех обломали, да, там компьютер так-то любили все играть. Да. Правда, Леша еще ни о чем не подозревает. У него танцы. Здравствуйте. Окей, проходи. Извините. Проходи. Ребятки, продолжай. Ну ты че, Ди? Ну че, ну ты не пугался рэперов? Они там все крутятся, вообще так страшно, а мне бы тоже было не по себе. Не дай бог ногой залетит. Я бы тоже, знаешь, просто сел бы, точно так же заплакал. Я этого парня понимаю. Я не люблю брейк-дансеров. Тоже, мне страшно всегда это. Не, у меня просто одноклассник танцевал брейк. И знаешь, вот... А прямо хорошо ты умел? Ну, так прямо крутился всегда в голове, вот это, знаешь. И все девчонки такие... Всех отбивался, сука. Блядь. Всех, вот я прям, блядь... Вообще интересно, где он сейчас? А, с ним все нормально, я с ним хорошо дружу. Да? Да. Давай, тебе присесть просто надо. Я бы танцевал лучше Йоши, но не хочу. Плохо, что вы опоздали. Я бы тоже зарабатывал 2 миллиарда в месяц, но пока я не хочу. Не надо. Мы уже 15 минут как начали разминку. Блин, ну так получилось, мы не специально совсем. Мама на тренировке никогда не опаздывает, а папа один раз привел и то... Вот этот вот тип... Который, знаешь, мимо вокзала идёшь, да, вот это со вот своим стаканом, блядь. Странно очень. Знаешь, там, в стакане туда идёт семечки, а обратно идёт уже что-то налито в него, блядь. И как-то так, вот, ну, не знаю, как-то не... Мы один раз на вокзале сидели. Солидно, не солидно. Так уже, ну, я друга провожал, он, типа, знаешь, так по пивку взяли. Ну. К нам подходит, типа, нормально одетый был такой, ребята, похмелиться, не дадите глоточек, вообще умираю. Глоток? Плохо. Дать глоток? Да. И Стасик такой говорит, ну дай-ка кружку свою, что-нибудь такое, я тебе, говорит, налью. И вот, знаешь, мусорное ведро стоит, а ну. Такой берет. Ебать, давай. И ему туда капнули. Вот так, такой, от души, пацаны, блядь. Легче стало, да? Да, ты пошел, блядь. Не, ну... Ну, ты же, вы же не ожидали, что он останет там? Нет, я вообще... Вот так вот. Прикол. Умно. Умно. Вообще у вас парни не очень способные, как бы советую продолжать заниматься, не забрасывайте. Он очень классно танцует, он всех делал. Окей, ребятки, размялись, а теперь давайте проведем батл. Алексей, давай с Данилой. Мне было страшно выступать. Данила заряжает. Данила, у него маска. После брейка идет на турнир по покеру. Слушай, да, что-то он там умеет. Бал, вот этот, ну, такой способный тоже парень. Самый крутой из всех, видишь, у него есть маска. Нифига себе! Он очень хорошо крутит в голове, но иногда падает. Но на этот раз у Леши был повод особенно постараться. Почувствовал поддержку. Молодец. Он сказал, что я красавец. Ну это понятно, а чем просто, блядь, как юла. Я тоже так могу. Ну, слушай, было бы побольше места, я бы тебе... Не, ну если хочешь, я могу брать. Не, не надо, нахер, надо. Сейчас просто... Братик, да, сейчас еще раз запишу. Вот эти видео, когда, знаешь, там, сейчас я вам такой... Подержи-ка пиво. Я вам сейчас покажу свой танец новый. И просто шкаф ушел туда. Падает сверху. Не, ну да, у него... Уже он меня чувствует. О, смотри, как... Ты видел, конечно, квартиру, у него все узенько, вот так нужно двигаться. Уметь. Нужно уметь, да, оп, надо оп. Как-то вот крутясь вот так вот, так как-то быстро перемещаться. Между сконками. Победивших и проигравших у нас нету, победила дружба. Пожмите ручки. Все молодцы, похлопали. Мне понравилось. Мне показалось, что Леша станцевал лучше, чем тот, с кем он танцевал. А да, дома ты говорил, что он... Такой он, да? А ну, когда увидел батю, ну,
Друг спокойный. Не мой сын, похоже. Мой такого не смог бы. Гордый отец ведет всех домой, куда уже вернулся со встречи друг Паша. Видал? А Паша как будто не уходил, да? Сейчас будет говорить такой, блядь, за тебя хочешь. Вон, бери, давай споплю. Сейчас. Лёх, мне так-то уже пора. Кот местами такой, побритый, клоками. Это как будто хулиганы на нём накопались на улице. Да-да-да, другие коты подрали. Пизды дали. Это этот чувак, блядь, владелец. Вообще-то да. Ну они как-то, слушай, поверх обоев всё равно. И так сойдёт. Смотри, это лежал на столе. Дорогой муж, я посмотрел, как ты хорошо делаешь ремонт, сидя в компьютере. И там было написано, что мама забрала блок системный. И поедала. Поедала зачем ты? Это ты что? Да это ты придумываешь. Не продали его. Ну так вот. Кошмарит батя. Да, да, да. Я думаю, что... Она продала. Не продала, да продала. То есть этот мужик, да, там, ну, ребенка, сколько ему, 36 лет, это, знаешь, там, типа, 3 года. Ну, 4, там. Старше его, там, типа, 10 раз. И он все, как, он крипует, понял, да? Типа, он такой, продала. Так быть не может. Как? Продала. Правильно. А то он сидит за компьютером и ничего не делает. Правильно, да, верное решение. Да. Дорогой муж, я посмотрел, как ты... Без компьютера посидел. А, это реакция ее. Сидя в компьютере. Ничего, без компьютера посидит, полезно. Хоть наконец-то займется ремонтом. Ну что, свою миссию я выполнила. Спасибо, что разрешили мне вынести компьютер. За это даже можно выпить. О! А пол? Это победа, в принципе, да. Маленькая, да? Что бате прям вообще боль причинить. Так вот. Эмоционально, да? Внутрь, в глубину. По барабану вообще. Мне придется в любом случае не поиграть. Помнится, папа спасался за компьютером от стрессов. Что же он будет делать теперь, когда, к примеру, линолеум не подходит по размеру? Тут 10 метров не хватает. Да там диван будет стоять, пофиг. А, вот так не хватает? Не знаю, что делать. А, хрен с ним, ладно. Надо померить сначала. Может, его вот так поворачивать надо? Почему? И тут, видишь, как длина какая? Ну, когда он нам хватит. Вот этот надо туда. Правильно край? Короче, вот так надо было расставить. Да. Ну, давай повернем. Сначала, конечно... Мы неправильно положили. Я даже не понял, почему они не могут просто его на 90 градусов. Это вот когда, знаешь, под идеальник засунул в одеяло и перепутал там, блядь, не так, все зануду. А вот, слушай, иногда вот, знаешь, кажется, что вроде как оно не так. Какая разница, блядь, там 5 сантиметров эти ролики не играют, такие, нахуй, не буду переделывать, блядь. Сразу спать, блядь. Но потом у Люба приходит такая, что я сама переделываю, знаешь, я такой, ну я как реально этот мужик, бывает, иногда веду себя так. Бывает. Мне кажется, у всех такое бывает. Бывает, кайф. Жили. А потом перевернули, все у нас. У нас вообще есть этот, система сушения постельного белья. Да ты что? Я тебе говорю, чтобы не гладить его. О-о-о, а как вы это делаете? Короче. Это, наверное, на диване, да, но нужно вдвоем. Нет. То есть оно постиралось. Ну. Оля берет задний конец, я другим его стряхиваю. Так. Складываем. Друг на дружку тянем. Потом по диагонали. Потом по другой диагонали. Опять складываем, вешаем, и оно сохнет. Оно не идеально, конечно, прямое, но гладить его, в принципе, не нужно. Это еще бабушка и мама Оля еще. Подожди, в сложном виде сохнет. Да. То есть, да, ого. Да. Скорость высыхания та же? Ну, прям чуть дольше, чуть грубо говоря, да. Ну, то есть, получается, ты раз сложил, то есть, ну, как бы, прямоугольничек на себя, потом она тянет по диагонали здесь, я тяну здесь, по диагонали здесь, она здесь, и потом мы опять это складываем, такой-такой уже квадратик получается практически, и вешаем его, все. Блядь, слушай, интересно. Надо попробовать будет там с тобой. Я тебе как-нибудь видео сниму и скину. Слушай, сними-ка ты мне тут туториал. Я посмотрю, и я думаю, что мы повторим. И потом, как еще высушено, и выложу в шортс. Вот это круто ты. Давай, шорсы. Лайфхаки. Раньше было удобно, знаешь, как это, складываем футболку, знаешь, там так вот, раз, и она сложилась. Правильно. У меня никогда не получалось. Тоже никогда не получалось, это сложно. А так? Вот два мужика столкнулись, вот видишь, такие, блядь, никак. Это оператор, у него уже голова болит. Уже они 8 часов его крутят. Кринж какой-то, вообще не могут раскатать линолеум. Что, дальше ты справишься?
Справлюсь. Ну, так ну все, я тогда поехал. Конечно. Давай. Пап, а что, нормально, уже красиво. Да? Нравится? Ну, мама уже придет завтра. Как они успеют отшкурить все? Ох. Ну что, по заданиям. Первое задание было зашпаклевать стены и постелить полы. Постелили, зашпаклевали, правда, до конца. Постелили, вижу. Да, хорошо. Давай, доделайте и... Поговорим. Ну, вообще пол, конечно, лучше бы вообще там после, наверное, к концу бы делать, да. Да, да, там. Клей, когда клей. Потолок сделан, когда сделано. Ну, потолок-то ладно, но вот стены шпаклевать при новом полу, ну, это как-то так, ребят, не делается, наверное. Да, у него, наверное, еще нет этого, знаешь, какого-нибудь это полиэтилена, чтобы постелили. Да откуда он, конечно? Да ты ебанулся. Это просто все накапано. А линолеум на ковер постелили, дальше. Конечно. А, слушай, поверх другого линолеума. Похоже, что так. Завтра. Шанс у папы еще победить есть. И мама на него не будет ругаться, что они выиграли деньги. Следующее задание было... 200 тысяч надо выигрывать. Да, конечно. Деньги на деньги. Деньги на деньги. Персик! Вот он, вот он. Вот он, персик. Мальчик, ну что? Он уже всех боится. Мы долго мучились. В итоге у нас много не получилось постричь. Вот машинка стирается. Он как к сомалийским пиратам попал, блядь, изнасилованием. Я просто его и так вот... Да-да-да, что-то он совсем... Бритва еще, блядь. Он должен у себя скальп снимать. Как будто пытка была у него. Ломалась? А ты ее починить? Ну, не дается. Что ты делаешь? Покупаю новую. Серьезно? А я мастера вызываю. Смотри, и даже персик на моей стороне. Я реально кот спрятался. Я считаю, что можно было вызвать. Единственный человек, да, который не мучил его в квартире. Но даже, кстати... Это как психолог для него. Даже к другу не особо подходил. То есть, реально, кот умненький. Ну, то есть... Со специальными инструментами, которые что? Он такой говорит. Даже кот не может стрелять, а кот начал убивать. Решил противоречить ему, наверное. Это вообще жестко. Все, кто побрили, съел, блядь. Чего-то там как-то много. Очень как много. Как будто насрал, наоборот. Ой, господи, на что я это видел, блядь. На новый линолеум еще, блядь. Вообще. Похоже, кот Персик остался не в восторге. Оператор говорит, я заснял, я заснял. Ну что, ты все? Слава богу. Шутки шутками, Лёш, но это задание не засчитывает. Было бы лучше, если бы ему прям на обувь принахреначил. Просто из-за было, слушай. Было бы лучше, если бы ему прям на обувь принахреначил. Да, как клокопись. Может, он на следующий день бы не пришел бы. Ненавидит, да, он? Да его все время, знаешь, сиськи кормили, наверное, блядь. Ну что? Не разминал вот эти челюстные штуки, поэтому не может букву выговаривать. Да, как-то у него и язык, да, в одном положении. Не челюсть, блин. Застыло. И последнее задание было подготовить Лёшу к брейк-дансу и сходить на соревнования. Да? Ну что, папа тебе помог? Да. Что делали? Он смотрел, я делал. Тренировались. Я тоже так могу помочь. Давай, я буду помогать, а ты делать. Давай. Опа. Слушай, ну... Красавчик. Не, я так... Ну, это еще на тапки, как бы, да, скидку мы делаем. Класс. Дай 5. И площадочка поменьше. Молодец. Ты что-нибудь подсказывал? Нет. Мне тоже, мне и сказать нечего. Ну, а на соревнованиях что, ты ходил? Да, был горд. Раньше я думал, что это не серьезное увлечение, но теперь, как я сходил, я понял, что он хочет заниматься. Тебе понравилось? Как выше пернул, блядь. Значит, задание... Да, что там, ты знаешь, ну, несерьезно так. Mm-hmm. Он сказал, что хотели услышать люди. Вот он, это, да, вот да, он да. Знает вот эту, знаешь, технику, когда вот он говорит то, что просто хотел. Я так в школе, знаешь, типа учил. Учил, но забыл просто. Да. Вот шел в дошку, стесняюсь, волнуюсь. Mm-hmm. Вам. Да. Вам лично могу после уроков. А сейчас, доски не выйду, могу после уроков. Не выйду, для меня это испытание. Выполнил. Кстати, так никто не догадался сказать, да? У вас не было такого? Задание, включая персика. Мимо, одно задание выполнено. Ну, кот там не давался. А дядя Андрей не поверил нам. У нас было... Два дела не выполнено. Че, дядя Андрей? По венам? Слышал, да? Что он такое сказал странно? Что такое-то дядя Андрей по венам? Задание. Дядя Андрей Вен. На третий финальный день. Пойдем. С этим самым инопланетянином, который из него вылезает, в ультразвуку боится. Дядя Андрей Веном. Между делом так сказали. Она просто ночью нас сжигает. Да, да. Разговаривать злобно.
Вот так вот. Пойдемте. Вешаю, как всегда, на видное место. Задание для папы на третий день. Расставить новую мебель. Организовать место для хранения детских игрушек. Собрать детей в школу и проверить уроки. Самое сложное. Нет, подожди секундочку, я что-то не понял. А как насчет покрыть обои-то? Ремонт закончился? Да, вот так. Это так антураж такой, да, достаточно. Блять, знаешь, в третьем сезоне шоу «Дорогая, я забил», да, мы усложняем папе жизнь. Нет, это вот плохо. Ага, задание будет принимать дети, но их выполнение может повлиять на финальное мое решение по поводу приза. Задание. Мне хочется сказать, да что ты пиздишь, ну, они все, то есть мы выиграли, блин. Не было никого, что типа, ребят, ну сделали. Мне херово. Слушай, мне кажется, было. Было. Не дали деньги. Было, было. Мы, по-моему, с Юликом видели, мы что-то такое смотрели, и там деньги не отдали чуваку, прикинь. Бля. Да, это могут не дать. Могут не дать вообще в легкую. Ты что, ремонт забрать? Ничего не забрали, можно сказать, что кидаем вас. Ну, грубо говоря, ничего не дадим. И бумеранг. Ну, это тоже все равно неплохо. Ну да. Завести рыбок для Лёши. Научить Диму кататься на велосипеде. А, ну это... Сплести фенечки для Иры. А это все для тебя, папа? По фенечке. Заточить какую зубную щетку под заточку. Да, да. Расплавить ее, да, и вплавить в нее этот бритву. Этот спутник. Взяли тему, да? Да. Так делается. И... это уже опасное дело. Я помню, это как его. Дядя меня все время ложки точил. Я говорю, он привык. А он чем, брился ими? Да нет, просто типа резал, что ты знаешь, так. А ложкой? Ложки. Да, просто на чужой точке. Вот суп такой ложкой изберешь там. И то вот так вот разрезал. Как у этого. Да, как у Джокера. Просто вот каждый раз чем больше и больше. Ой, бля, я ж Миша заболел. А у меня тоже. Потому что, ну, прикинь, да сюда. Замечательно, я очень рад. Папа был в ужасе. Что мы ведущему рассказали про него все. Он на нас злился как-то. Капец. О, бедный папа. Капец. Дети половина успеха папы. Но после ухода ведущего в дружной семье Никитиных Левинок случился разлад. Что случилось? Ты только ударил. Уйди, пожалуйста, Марк. Что кинули? Случился разлад. Нихуя он не швырнул. Металлическим каким-то ш... Нет, это меч деревянный. А, это деревянный меч. Пластмассовый. Ну, как он мелкий начал убивать. Это жесть. Это, прикинь, по пальцам. Это, блядь. Сука, травма. Еще раз хочу посмотреть. На семье Никитиных Левинок случился разлад. Бам! Кот, блядь, сразу прятался. Все побежал. Убежали. Уйди, пожалуйста, на кухню. Не надо тут сейчас. Какой, блядь, смотри, вы шкет. Пацан уже, да. Чего, блядь? Мим уже такой, да? Безэмоционально, ты не извини, ничего там. Нашкодил, да и похер вообще. То есть кто что сделает? Батя, вата нахуй. Это что скажет вообще? Я только что им мечом дал по пальцу. Кто мне не указ, блядь? Старшой там работает. Старшой там умничает, ходит, да. Брейк книжный крутит. Только я один. Вообще, это семья нормальный человек. На друга-то, а? Дебил, блядь. Сейчас испатья. Молчи, говорю, сиди просто. Ты хочешь, что он тебе навалял? Отставить тебя! Отца я тебя не трогал! Ты вот знаешь, как будто вот сейчас звук такой еще, как будто я сосед на кухне сижу, ем кашу, и они слышно, ругаются. Слышно, да? Да? Ну да, что-то такое. А у меня постоянно, у меня еще соседи глухонемые. Да ты че? Да. Они там бывают, он ругает детей своих, ты знаешь, он такой... И сын такой, типа, не надо, батя, не надо! Ой, жесть, брат! Я думаю, блядь. Утро третьего дня в семье Никитиных Левинок началось бурно. К счастью, все обиды за ночь... Такая ситуация. Ну, забылись. Строили. А что я толку ему объясняю, не объясняю, не услышу. Жесткий, блядь. Чувак, ты жесткий тип, блядь. Ну ты жесткий. Простите, блядь. Жесткий тип, блядь. Не удержался, блядь. Жесть. Дома. Из хлама, который навалили в комнату. Это что он такое делает? Розетки встроенные? Стоп, дайте ногу, вот тут сделаю. Ой, блядь, как плохо. Люди, а можно потише? Хорошо.
Люди? Да, они такие, пошел нахуй, черт. Дети твои. Да. Слушай, дозавались-то? Ну, ебать. Видишь, мы прыгаем по... Шпаклюй там, блядь, сиди, блядь. По этому самому, по углам прыгаем, знаешь, эти вот как это, ну, по опасному, когда ударился один раз, виском все умер. А они по хламовнику прыгают. А, одним больше, одним меньше. Так а что еще? Ты вот троешь. Да, в конце концов. Паш, диван последний хотите сломать, что ли? Нет. Первые два дня, конечно, нормально было. А вот уже потом усталость начала на меня падать. Ну вот так, мужик, да, и крутятся все потихоньку. Как-то, блядь. Золушка, давай быстрей. Золушка, давай быстрей. Они уже все, булят батю. Они, да, вообще не... Слышь, давай. Золушка. Еще, наверное, сиськи отрастил там, подметаешь. За крака сейчас тебя возьму. Гормоны заиграли уже. Когда деньги ты выигрывать будешь? Золушка, что? Скоро будешь отдыхать. Когда? Когда ремонт сделал. Потом Свете, наверное. Прям сладко, а? Пиздит. Старшой, да, прям. Скоро будешь отдыхать. Бля, скорее бы это наступило. Когда этот мудак уедет, даст мне денег. Когда мне компьютер вернут, когда еще по школам разбежитесь. Жена... Хочу на работу коробкам. Я хочу на коробках сидеть, играть в бильярдик. Блядь. Ой, скоро будет уже это. Молодец. Начать папа решил с самого страшного. Ремонтом, но детский бумеранг нам все равно нужно было выполнять. Мы пошли учить Диму кататься на велосипеде. Прихватив соседский велосипед, семья встает нормально здорового образа. Ну, пристегнут. Дим, ну что, давай. Садись. Что, высоко, что ли? Да, конечно. Давай, поехали. Попробуй, крути. По-моему, вообще... Дим, у тебя сзади колеса, давай. Ну, маленький, поменьше надо, да, какой-то? Мне нужно меньше велосипед. Сиденье опустим. Ну, мы опустим потом. Прямо рулит, вот. Давай, давай! Ну куда ты ухалишь-то, Ирин? Учитель из папы такси. То, что никогда не учил. Ты так прям хочешь посидеть, там и там отчим держит за плечики. Ну, как-то да, вот. Есть такое ощущение, Радик. Да он же, ну, прямо рулит, он болит. Господи. Сейчас разобьется, и все. Сложно, а как ты хотел на велосипеде так кататься? Папа меня плохо научил, чтобы его так все учили. Дим, ну что ты? Его так учили, да. Мне не понравилось то, что он не может удержать руль. Я отказываюсь в этом участвовать. Просто, посмотри, бытие, вот этот мем, бля. Я отказываюсь. Хотя он сам попросил, да, то есть это бумеранг. Ему как будто 42. Да, он да. Все уже прошел. То есть он, если ему дать этот вот тест, сколько у вас там в душе, он там уже все, там супер старый. Он даже в школу еще, наверное, не ходит. Уже устал. С таким батей это... Дим, прекращай плакать давай. Обиженного Диму нужно как-то развеселить. Например, отправиться за рыбкой в зоомагазин. Ой, этот мужчина, наверное, знает абсолютно все о этой водной фауне. Они все стоят. Вот какого размера вы примерно хотите? Мне понравилось. Петушок, там вот такой разноцветный, и маленькие рыбки. И которые... Володь скажет, что тебе петушок нравится разноцветный? Петушка настоящего, мы говорим. Вот, смотри. Какая орехи будет. Я устал даже. Потихоньку это. Идет пузырьки потом. Видишь, летает, который, блядь, который летает, плавать не может. Да, 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 рожденный ходить по земле, плавать. Разноцветный тоже. Ну и что, я могу сейчас купить аквариум и... Не по фенечке петушка нет, домой приводить. Нет, нет, абсолютно никак. Я даже курицу не ем. А, что, двухлетний? Да, да, да. Я тоже в этом отказываю сейчас, когда петуха домой тащит. Еще картошку варить. Ладно, сейчас, на попугая согласился. Дома петуха? Почему? В смысле? Так это рыбка. Рыбку и... А он рыбку там, наверное, петушка отдавал. Ну, если по-старому, так сказать, сначала берете аквариум, наливаете воду, если она у вас из-под крана, отстаиваете ее трое суток. Папа отказался. Трое суток мне не подходит. Надо ждать 3 дня, а надо было показать дяде Андрею. Ладно, дети, пойдем. Я думаю, что рыбка на смерть. Может, она за рыбками
не купил. Да сходил бы к России, купил маленьких, да. Так да, они... Они неделю проживут точно, мне кажется. Да я бы с ведром бы сходил просто с этой же воды, блядь, и все. Наполовину бы налил. Да я там вообще перемешал бы все. Да? Мутная вода, потому что не видно его даже. Видно, что поблескивает. Так помешал, чтобы она голову вытащила. Половники вот эти вот. Да-да-да. Карасик. Тяжелый случай. Давай ремонт закончим, и тогда много рыбы купим. На самом деле не он детей ведет, это они его. Они домой, да. Юродивый, блядь. Куда сейчас? У меня появилась идея взять каких-нибудь других рыб, чтобы было как бы попроще. Батя юродивый. Пап, спасибо, что мы зашли в магазин и купили фенечки. Пожалуйста. Стойте, я сейчас зайду одну минуту. А что, за пивом? Гениальные идеи сыплются, как из заваленного забега. По дороге еще и Ирина задание зацепили. Похоже, да, что карась. Я увидел, что... Судака взял, чтобы и дома пожарить с мукой. Ах, судак... Он не маленький, судак. И потом с лучком. То есть только в ванну его пустили, а? Да. Чё, рыба. Я рыбу вот купил. Лёшка, как я сказал? С ведром той же вас. О, она живая. Три форели. Ну, благородные. Три форели. Весь бюджет пустил. Слушай, да. Что? Меня она укусила. Если бы Лена увидела это все, она, конечно, бы истерику закатила. А где он будет жить? А почему? И солить, и уху можно делать. Да, полезная рыба, это не просто петушок какой-то. А у меня в КПН, мы раков купили, дети попросили одного в живых оставить. Уже вторую неделю у них живет. Да? Да. Там а где в аквариуме? В басике там, короче, в детском просто бегает. А, просто ходит, да? Да-да-да, что-то еще. А где мы будем мыться когда? В туалете, что ли? Ну, мы умоем временно. А остальных все напьем. Мы в машине ехали, пакет положили на задний, он вылез. Потом Паша пошел, говорит, что ты слышишь, шуршит, говорит, мы рак. А мы уже сварили, короче, да. А он в машине сидел? Не, ну, мы просто дома были, он пошел что-то в машину потом. Ага. И что-то, говорит, я услышал, говорит, раз достал. А потом малой у него, говорит, типа, папа, все. Давай. Да. И мы его, короче, кинули в бассейн, думали, помрет. Нет, 2-3 дня нормально. Потом вот они мне недавно видео скинули. Угу. Типа, вот, да, вот они так вот, так, из ведерка в бассейн. Ну, понятно. А дети довольны, да? Ну, еще бы, конечно. Рак дома. Вы убирайте из ванной. Это была плохая идея. О! Блять! Судака! Нормально, рыба вроде. Или кого, подожди, они. Форель. Она может укусить! Укусить может? Да! Или ну брызгаешь меня! Папа не любит, когда его толкает. Кота надо спасать, Ирин. А то он некрасивый совсем. Да. Алло, здравствуйте. Мы можем к вам приехать постричь кота? Спасибо, тогда мы скоро приедем. Мне уж там было. Только сами. Он причем сказал, сам черт приезжай, блядь. Угу. Со, кота стрижь. Ну, кому надо, блядь? Еще мне заплатят за это. Тебе надо или мне? Визит? Ну, мне, ну, значит, кто везет? Да что едет? Сам подойди. Мы решили взять наволочку от подушки. Да-да, кот прям. И одной ногой, и другой. Взять наволочку от подушки. Кот отбивался, чувствовал. Я в мешок! Кота! А все, знаешь, подумают, что кота понесли-то куда? Да, топить! Куда? На топку везут. Мне бабушка так и делала все время. Ну там, да, деревенские эти... Там другие правила. Бабки, они там, это, конечно... Что ему? Кранты. Чтобы выполнить вчерашнее задание, вам мешки потащили к профессионалу. Здравствуйте. Мы вот кота вам привезли постричь. О боже, что с котом? До какого состояния его довели? Он весь в колтунах. Да. Вы понимаете, что он сейчас мучается, и ему больно. Больно. Тем более кот у вас такой спокойный. Можно его было привести в порядок. Спокойный? Сейчас Персик всем покажет. Ну, пап, давайте, помогайте, перевязываем лапы. Сейчас мы его обезвредим. Я такой первый раз, честно говоря, вижу. Так и работает. Да, он нифига скотчем заклеивает. Да, я тебе про что и говорю. Ну, видимо, нет. Но, видимо, это груминговые всякие лайфхаки. Хер его знает. А ну чего? А нет, ну это скотч. Скотч, натуральный скотч. Матывают скотчем лапы. Сколько стресса у бедолаги. Жил себе в колтунах. Не, ну ему больно было. Коту. Да ладно. Если заводите такого кота, то, соответственно, нужно осознавать, что за шерстью требуется уход. Ну, кота под нолик придется. Перси орал, как будто караул кричал.
педагогом. Бля, как бы он не помер, бы там мы стали на этом, слушай, разрыва сердца, да. Вместе. Судя по тому, что Тима... Она еще вот так... Она, да, еще надавливает. Ну, а что, коту перетерпеть только остается. Так и будет. Запасайтесь зеленкой. Сейчас кот поедет домой. Ну, там все. Под ноль, блин. Да, под ноль. А тут варианта, да, нету. Нет, не под ноль. Всем. Я думаю, всем достанется. Мне его не было жалко. Так, а Кать, кого тебе жалко? Потому что персик доигрался. Персик доигрался. Пацан. Жесткий. А мне его и было жалко. Он наигрался. Он, да, он доигрался. А он реально же игрался. Бегал. Не надо было на линолеум блевать. Не надо, он доигрался. Карал рыдает как будто. Мне было очень его жалко. Смотри, какую вот сейчас красоту мы сейчас из тебя льва сделаем, да? Все для кота, все во благо. И для того, чтобы... Ну, кот уже смирился, уже полегче стало. И чтобы засчитано было задание. Ну вот, блядь. Ногами его вниз. И потащили кота в маминой любимой наволочке домой. Когда принесли домой, мы быстро вытащили его и наволочку кинули в стирку. Как собачка стала. А что лапы трясет лапы? Да, у него неудобно. Что так медленно ходит? У них же что-то... Мы бы на тебя... А, это шерстью связанное вроде бы. Когда они когда не могут ходить, когда что-то наклеишь на них. А там вообще, прикинь, завязано. Не просто наклеено там что-то. Вообще не понимает, блядь, как с завязанными глазами он сейчас. А посмотрели, Леша, в сапогах из скотча. Давайте рыбу проверим. Ну, коту счастье, блядь. А рыбы-то приказали долго жить, да? Ну, он взял еще какую рыбу. Вообще музыка-то, конечно, типа, это ужасная. Да. Один остался. Ё-моё! Не-не-не, он задушил этих двоих. И последним, да? Да-да-да. Ну, это не я. Это не я. Это вот как тот мелкий вот в этой семье. Шевелится. Он там самая маленькая. Опять моих рыбок убил. Ванной. Ну это все. Интересно. Как деревяшка. Вода такая. Она уж что-то вообще застыла. Кирпичом. Какая-то она странная была. Пока она жива была, они, конечно, играли с ней, радовались. А потом, вот у него надежда последняя, что вот это вот выживет до прихода дяди. Настроение поднимает водичку поменять. Обед. Давайте, ложите вот на тарелку. Никто умеет, только мне не... Не было лучше. Что-то пацан какой-то... Будущий, блядь, его в церковь сводить, блядь. Да-да, как он причаститься, покрестить бы, что-то какое-то с ним дело... Вызывает он небольшой страх. Какой-то, да, что-то там... Да кота не жалко, допрыгался, да. А потом новости, типа, вот бабушка и дедушка не проснулись, потому что с внуком... Что-то там он насыпал им, да, пересыпал, блядь. Бедная рыба. Бедная. Тебя новая рыба. Какая понятно? Вот все-таки херня происходит на экране. Они, знаешь, только что она плавала, да? Они, ой, нет! Ну, то есть... Какая-то крепота, блядь. Крепота, знаешь, плавала, мы только что ее несли. Ой, она вот так вот держала на это, а сейчас... А этот вот маленький, ну... Довольный. Так и надо. Надо было взять ту, которая еще дышала. Ты как мучиться посмотрелся. Она, интересно, кричит? Не, та маленькая. Да, коту дай. Там еще такие крови еще. Че ты ее помойку засунул? А че он вытащил? А подожди, она упала? Я не понял, он, видимо, хотел, типа, в утренности вытащить. Она выскользнула, и теперь не достать ее из помойки. Жука скользкая. Да я попробую. Правда, я ничего шучу, что ли? Как-то жалко ее было есть. Ты будешь готовить? Нет. А как ты когда делаешь? Сейчас будем экспериментировать. Ну, хочешь, не хочешь, а придет. Из мусорки достал, поел. Да, это вот что-то не то, ребят. Придется учить жарить рыбу. Детей же нужно чем-то кормить. 268. Понятно, давай отпускай. Больно? Пройдет. Погиб, она грязко залетела, пальцем ему отрезала. Да, 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 да. Вот я когда меня как-то раз рулеткой порезала палец один раз. Вот, очень, кажется, тоже, очень неприятно. Больно было точно. Неприятно. Не обои, это самое тяжкое. Или бумагой, когда порежешься, бывает. Ой, блядь. Сам это не, это ты не говори вообще, это очень такая вот. Нервом просто мотают. Обои, скорее всего, не под погонкой по рисунку, просто так.
Одно за другой. Может быть, может просто покрасить. Да ему слишком тяжело. Подгонять бы было, я думаю. А что с рыбой-то? Ну, готово. Наверное, уже готово. Блин, ну тогда сейчас будем есть. Что, все получилось, все равно? Я не понял. Ну, она как бы готова. Ну, к чему? К тому, чтобы выкинуть, помыть? Нет, сейчас еще перед живой будут ее кушать. А, да, чтобы стояла, смотри. Еще малой так будет, на, поешь. Как покрашивает собрата. Это мама в это время осуществляет свою главную мечту. Учится дрифтовать. Хотела это попробовать там, ну... Прикольно. Ведь прикольно же, да? Когда я села сегодня в машину, когда он меня начал катать, у меня был сплошной мат. Твою мать! Когда? Ребята, вы... А, ну не мы, просто я гулял там. Я думал, ты... Нет, я не умею дрифтовать. Я тоже. А что у меня... Ну, у меня сзади привод, у меня ножок, ну куда... Погнал. Дрифтовать. Сали. Что происходит? Можно я выйду? Ну что, готовы сами попробовать? Давайте попробуем. В Алькантаре, нифига себе, что сделано неплохо. Сама еще, и она летит. Это не пацан, летит куда-то там во враг. Мамочки, что делать? Нормально. Не, красиво сделано. Я теперь русский автопром люблю. Я после того, как я купил Ниву, ребята, и сделали. Гордость вообще. Да, да. Я рад, что мы тогда тебе нашли. Да, да, Нива из Ульяновска, ребят, приехала. Мы сейчас еще хотим мотоциклами увлечься. Мотоциклы есть такой. Мне Антон подарил коллекцию из Дукати. И там мой любимый мотоцикл. Я потом в телегу выложу, покажу. Телегу. Так страшно же, я сейчас вылечу. Давайте. Рульнарди. Газ. Сцепление пускаем. Руки тряслись, ноги тряслись. Нормально, ну что здесь? Что, у меня получилось, да? Да, это оно. Интересно, это турбо так? О, не, она за рулем. Офигеть. Когда я такой еще попробую? Маккувин. Когда? Ну, теперь буду. Не, ну это как бы классика. Метеором детей разводить по школам. Ливреи такие. Я даже не знаю, что экстремальнее. Сейчас что было или то, что происходит у меня в квартире. Ух ты! Гадит, ты дождь, она может укусить. Укусить может? Да. Еще два, нормально. Конечно, вот это вот, знаешь, покрашено вот этой толкающей краской. В два вот этих вот, знаешь, там, не с такой вверх, там. Ой, это что-то как-то вообще у меня вот триггерит сильно. Триггер вообще. Это, вот, я даже такого, честно говоря, не видел уже давно. Давно. Не, ну, я видал, конечно. Даже... Такие, знаешь, на съемных хатах у каких-то студентов там. Ну вот да, что-то такое. Мне кажется, даже сейчас, знаешь, если уж совсем с деньгами беда, сейчас продаются какие-нибудь там, типа, ПВХ-панели. Которыми просто, знаешь, типа одна панель большая, вторая, третья вот тебе сделана, ладно, ну хоть так. Но это как-то, ребят, совсем грустно. Что за рыба? Это что, в аквариум, что ли, рыбка-то? В аквариум. Сынок, я тебе купил рыбку, ты ж хотел. А теперь давайте мы... Слушай, да, реально, они показывают сейчас на сковородке. Вот рыбку я взял. Вот ты хотел. Да. И сытно, и полезно. Не, ну как бы выполнено. Да, выполнено. Не дымно. Да, она была изначально для аквариума. А, вот из этой рыбки, которая сдохла? Не, я хочу ей шампунь подарить, блядь. Я прям ее отправил, что вот эта универсальная гашка мне ее раздражает. Да, слушай, ну можно было бы, но это не главная часть. Не, ну, как его, знаешь, многие там говорят, типа, вот нравится девушка, там, кому-то грудь, кому-то глаза, кому-то лицо, там, что-то еще. А у меня вот волосы. Есть момент такой. Да, у меня прям волосы часто. Я помню, там, одна группа, типа, знаешь, у меня волосы такие были все время сами грязные. Мне даже говорить с ней было тяжело. Не нравилось тебе, да? Ну, мне оно в глаза просто бьется, это тяжело. Мы наконец-то жарим обед. Супер. Типа, видишь, у кого-то есть там ОКР, там, РПП. А тебе у тебя волосы интересуют? У тебя волосы интересуют? У меня вот такие, да, такие. Вот тоже, когда я вижу, срезают. Да, сейчас будем есть. Купил. Интересная у тебя особенность ради, да? Отец год. Я ж подмышки не брею, блядь. Правильно делаешь. Так вот, чтобы они были... Вечером вот так. Расчесываешь их. Рапунцель. Можешь даже так вот немножко обмотаться ими, чтобы было потеплее. Ну, как собачий пояс, блядь. Да. Мой дед, кстати, был. Реально. Нет, очень я теплый. Вот так вот, знаешь, захожу, если напряжешь. Вот так, так. Вот, как купальничек, типа, раз, прикрыл, здесь прикрыл. Так, все, конечно, за шею, и вот так. Ой, красота. Вода прям. Место кубуры, бля, для оружия. Раз. Протупеет. И так можно. А что ты кожуру не снял? А что ты кожуру? Ну блин, а, кстати, он чистил или нет? Забыл я снять. Так фары у тебя просто так. Пап, чтобы я она же снимает. Где? Да, почему ты в туалете будешь сидеть? О, сладко. Ой, нормально. В туалете буду кушать. Сладко. Рыба не бывает сладкой. Кофе, что, вечер?
Чего? Почему? Какую не было? Ну, наелся, потому что... Я вообще-то хотел себе в аквариуме, блядь. Да, мы вроде как пошли ее в аквариум покупать, да? А не так. Это как бы мое желание было, а ты как-то, ну... Я уже их назвал, ниф-ниф, нам. Да, не туда пошло, это все как-то пранк этот. Не знаю, может, я так плохо пожарил. Я вот это хотел, поджарку. Она, это, не чищенная же. Ну, давайте, доедайте, короче, пойдем в комнату дела делать. Мне было невкусно, потому что я люблю каясиков есть. Ты только головный клет, мама. О, он опять за эту херню взял. Ну, обновил. Ну, обновил, да. Давал задание, сама там отдыхает. Люкс-версия. Только наклей, знаешь, этот вот старый. Да, вместе поверх. Там немножко кривовато будет, неровно. А, ему что, кстати? Нормально. Вся жизнь такая, слушай, какие стены стали, смотри. Хорошо выровняли. Это не он выровнял. Это сделал не он. Я уверен, это не он шкурил, это вообще просто это я даже не сомневаюсь в этом. Или подожди, или домой поклеен уже. Третий день близится к вечеру, а папа, похоже, к выполнению основных заданий еще и не приступал. Расставить новую мебель, организовать. Потом поклеим его, да. Потом ну хотя, может, и они, потому что там вот угол завернут. Так себе. Школа и проверьте. Ну, как-то да. Собрали детей в школу. Из-за побелки вот геморрой небольшой был. То, что она отваливается вместе с клеем. Это здравствуйте! Вы сейчас, Леш, доиграетесь. До слез. Тут привезли мебель. Мне мебель, конечно, собирать, да? Понравилось. Никогда такой у нас не было. Дети тоже страшно, да? Подожди, а это он с кем-то собирает? Съемочная группа, бля. По-моему, это собирают эти самые. Да? А ему дать надо такой, ау, Дима, бля, мы так не закончим этот ролик. Нам давай, надо, да, все вместе. Давай сами, да. Дадим ему 200 тысяч и уедем. Сатарвать. Лишь бы это все кончилось. Все открывается, да? Ёпта, блядь, и ручки есть, смотри. Кого-то мы не свои платили, да? Ну да, как будто у Анжелы зашли. Как будто, да, у тебя Анжелы зашли. Мне понравился диван, потому что он зеленый. Мне не нравится зеленый цвет. Леш, ну блин, что происходит-то, а? Что-то вообще ничего не нравится. Я не жив, он, наверное, уже думает, он две соточки просадит где-нибудь. Ой, в игровуху пойдет. Да, в казике. Туда. Вот это будет номер, блядь. Вот эти вот пятерочки, блядь. Да, по пятакам. Бам. Айфрутс там, это как там называется. Ну сколько говорить-то, а? Встану, у меня боятся. Народ! Что? Мне надо дела делать. Их давайте вы где-то в одной делать. Комнате будете. Хотелось все бросить совсем и забить на это дело. Ну вот как Леша обычно. Лает, но не кусает. Все зловещие угрозы канули в лету ремонта. На последнем издыхании папа доделывает ремонт, расставляет мебель и приводит это комнату в порядок. Ну что-то она сейчас, слушай, выхотела и сделал прям дико. Давай сейчас вместе для хранения детских игрушек делать. Ну давай. Сначала у меня была идея повесить два мешка на стену. Может, мы здесь все разобрать? Ну вот это все игрушки опять превращается в хламовник. Два мешочка повесить. Причем, знаешь, обычных черных для мусора таких вот мешка повесить. Пригодится, да. Там что-нибудь лежать будет. Там рюкзаки всякие и банки. Ну давай тут сделаем. Давай, что-то тесный там, да? Нормально. Нормально? На вот этого еще. Я думал, можно было по-другому сделать, как папа предложил. Еще садиться на корточки, открывать дверцы, доставать. А мешки засунуть в руку, мешок и все. Дим, ну, мешок? Ну, что-то такое, да. Там. Какой? Который ты читал? Зачем они нашли эту азбуку? Мне не было настроения ее учить. Такой на антидепрессантах, пацан. Ну да, да, он то есть спокойно ко всему относится. Это заставили, вот, знаешь, вот, такой-то он этот, ну как... Какой-то вот NPC в игре. Знаешь, его заставляют что-то делать. Он такой, ну это надо. Надо миссию выполнить, чтобы он что-то сделал. Да, да, херово, конечно, но ладно, я стерплю это все. Тут что? Потом, когда наступят времена, знаешь, лучшие, когда ничего не буду делать. Я тоже не знаю. Вообще с тремя детьми, конечно, тяжко. Я человек, парень показывает, он говорит, вообще не знаю, что это. Я вообще первый раз вижу этот символ, да, или что это? Ладно, это что-то такое, что я не, никто не объяснял, блядь, что это впервые. У всех свои вопросы. Чё тут, я не пойму ни хрена. Мы читали текст. Почему мы-то? Где ты мы-то взял? Слушай, что они придумать? Ты чё, пап, в кое-что не учился? Постой, перейди. Нет. Чё там?
когда он не понимает, с ним тяжело заниматься. Мама всегда понимает. Чё у тебя? Я же второй номер. Просто пишешь. Занимается как бы он с ними, да? А пацан говорит, так у меня с ним заниматься. С батей, ты что, в школе учился? Ну что, все? Так обидно, наверное, ему должно быть. А он вообще мимо ушей пропускает. Нормально, он уже привык. Молодец. Какая оценка? 5. В итоге я у всех все проверил, спросил. Все вроде в порядке. Мне было приятно. Какой он, блядь, слоу попы. Ну такой, да, засыпающий. С папой с нами провел день. Не день, а 3 дня даже. Папе и самому, очевидно, приятно. Даже гнев на милость сменил. Вот это лучше финиш и делал. Глядишь, еще пока браслет сплетет. Сейчас да. Еще пальцы сначала проколют. Сначала ты выбираешь. Я? Что ты будешь делать? Браслет. Я первый раз занимался такой хренью, но знал, что это несложно. Просто вставляй. Веревку. Я помню, кстати, вот был какой-то у нас. Ну, короче, труда у нас не было в школе. Мне тоже не было. Вот, но у нас какие-то, знаешь, там иногда были классные занятия по какой-то вот какому-то направлению. Как-то раз пацанов взяли, типа там. Объяснять, что такое токарные станки. Ну, чисто лекцию какую-то в школе провели. Базу надо прогнать. Базу прогнали, да. То есть прогнали, что просто представление имейте. А девочкам, прикинь, отправили крокодилов плести маленьких из бисера. Вот это тема была. И они потом... Я думал, из системы докторской, да? Нет. Как? Система докторской, знаешь, как раньше было популярно это. А, нет, других. Ну, или варить крокодилов. Сварили крокодильщиков. Сплели. Сплели в итоге, да. И потом всем раздарили. Блин, крокодил был балдежный, ребята. Выглядел красиво. Блин. Очень красиво. Зачем это делать? Зачем два? Один ведущему, один нам. Я сначала мучился. Веревка, когда отрезали, там она распушилась. И плохо лезла маленький бисер. У меня почему-то все лезет. Ты здоровый. Потому что я делаю красиво и аккуратно. Дига, он тоже фенечку делает? Он да, помогает. Плетет, только ему надо все объяснять. Устал клеить, потому что там все заклеить не мог. Да хоть нет. Президент. Че он там? Грызается ложку, блядь, греет. Давай, давай. Да хоть кому, блядь. Собирай. Знаешь, он что сказал? Дичь какую-то. Да только половина слов у него непонятно. Мозги отключены, на автопилоте что-то делает. Мы красивее, чем твои. Ну все, молодец, задание выполнено. Да, вот, ну такой посыл, да, да. Мы... Еще мало вам подарит, а ему опять мечом ей, блядь, танц. Да-да-да, ты че ты пляшешь? Ну, петушон, это не надо мне, блядь. Я рыбу ел до конца, блядь. В итоге сплели 2 браслета и кольцо. Ведущий от таких даров будет в восторге. Ну что, осталось чуть-чуть. Все задания мы выполнили. Мы молодцы. Угу. Кот постоянно не рад. Они кого-то на приеме у семейного психолога. Да, да. Что-то с ними не так. Да, непонятно что, но что-то не так. Все задания мы выполнили. Мы молодцы. Угу. Ну и давайте обнимемся. Мне понравилось, что вот персика не было не жалко, как персик доигрался. Он собрал, что это кончилось. Зацепило. Ну да, так. Ай! Ничего, кот, у тебя отрастет заново шерсть. Так. Господи, котик, бедный. Что с тобой стало? Привет. Здрасте. Лучше бы вообще не приходил. Без мамы я его не ждал. Мебель смотри, красивая какая. Самый честный пацан. Честно. Да. Если ненавидит кого-то, не любит. Ну что, по заданию пройдемся быстро, потому что времени-то мало. Мама уже сейчас подъезжает, а там уже. Прям как ты. Да хоть не отдыхал. А мне казалось, что это вы все сделали. Нет. Кто сделал? Нет. Папа. Серьезно? Да. Где ж ты был 8 лет? Слушай, да, молодцы. Батю они все-таки понимают. Ну, это я заметил. Кто их батя? Поддерживают все равно, что авторитет мужчины. Да, да. А это смотри, все равно. Сами не хочет делать. Я его пошу сегодня, он не делает. Итак, по заданиям. Завершить ремонт и расставить мебель. 99,9% сделано, правильно? Остается декор. Сделаешь? Да. Давайте посмотрим, что за задание дальше. Это? Организовать место для хранения детских игрушек. Аккуратно. Открывать. Из комнаты сарай просто слышно. Ну как-то да, слушай, тут можно было бы... Да даже не знаю. Вот это?
Напхали все в один шкафчик. И все, ты и так место да? организовал. Да. Не, мы расставили. Ну, там мы они... расставили. Ну, знаешь, как будто вот хата сейчас как будто пенсионерки лет 90, и она уже половину дела не может делать просто так. В основном лежит, да. Да все, уж ничего. Там и делают... телевизор на все орет у нее. Делают только, знаешь, эти внуки приходят, там с друзьями сидят, спьются на кухне, она только просит это воды. И вот примерно так эта хата выглядела бы. Культурно сидят. Это кто придумал? Ирина. Понятно. Ну, мне влом был вообще что-то еще придумывать. Не было сил. Не, ну как бы надо было сделать все-таки мешки, мне кажется. Было. Задание было организовать место для детских игрушек. То есть придумать какую-то креативную штуку. Я хотел сначала мешки. Ну? Потом не захотел сверлить стену. Вот. Напоролся на свою же. Лень. Да нет, он просто не хотел новые обои портить. Ну и так красиво, зачем? Ну, да. Единственная комната нормальная. И... Вот прав, Радик, ты. Единственная комната без, блядь, саморезов в стенах. И тут он опять такой, вот. Хотя по праздникам можно фоткаться, чтобы нормальные фотографии да, были. Да, да, чё вот опять поганить хату. Но потом? Нет. Сейчас? Да. У тебя есть совсем немножко времени. Ёб ты, блядь, не надо. Всё-таки он сейчас будет... Могу бы и принять задание. Могли бы, это правильно. Могли бы его собрать. Вообще чел, да, устал. Смотри, смотри, смотри. Могу бы и принять задание. И последний. Как бы клеили, все-таки они клеили сами. А, да, ты прав, действительно. Задание было собрать детей в школу и проверить уроки. Голос ну, нужно по факту, уроки все сделали? Да пошло там. Собрались в школу? Да, собрались. Ебать, у него тапочка отгрызана, смотри. Половина тапки разорвана как-то, каким-то образом. Нихера себе у него там. Да. Какой-то полик, наверное. Он как будто под окном стоит, если ты знаешь, в частном доме. Да, самое интересное, что он где-то делает. Далеко, представляешь? Ты да, у меня перекрест. Такая же история. А почему он так? Да хрен знает, блин. Я живу на 11 этаже, и у меня там парк снизу, они в колонку играют, и как будто вот так вот. Все помог. Да. Я засчитываю это задание. Вчерашнее задание... С котом. Что-то вы из кота пудели сделали, сэр. Кот что-то ведущему не понравился, потому что, наверное, он весь розовый такие пятна. Так нет, это особенность твоего рода. Он все-таки зачитал это задание. Постричь кота. А теперь самое интересное, Леша. Дети, я свои задания проверил, посмотрел, оценил. А ваши задания папа выполнил? Блять, подстава сейчас. Не дай бог из-за них две сотки. Батя вообще будет, мне кажется. У вас в руках по три карточки. Пальчик вверх. Супер, папа справился. Пальчик вниз, папа не справился. Пальчик посередине, папа мог бы постараться и сделать лучше. Принимают задание дети, но их вердикт может повлиять на мое решение по поводу приза. Итак, задание номер один. Мне кажется, сейчас пацан мелкий подбегает. Аквариум и новых рыбок. Ну, честный просто очень. Ой. Два. Ё-моё! Но так себе. Почему? Он их же купил? Но потом их пожарил. Это минус и плюс. Дайте мне волокордин. Они ее съели. Ты опять убил рыбку, но только еще ее и съели. Да. Идеальное развитие событий, поэтому он тоже это не принял. И следующее задание было про велосипед. Дима, блин, ты похоже, научился бабок не видать. Блин, я надеюсь, что... Три. Потому что папа моя дети. Велик? Ну, и третье, самое суровое задание для папы – сплести Ире фенечку. Ну, мне кажется, справился. Да. Все зеленые. Мы сплели не только для мамы, но и для вас. Для меня? Да. Пообещайте то, что будете ее носить. Ну, конечно, буду. Давай, где ее надо? На руке? Во! Солнышко, звездочка. Да ну ты все, я звезда. Ну все, Пандора поплыла. Подмазали мужичка, да. Сейчас он это... 200 за 200 за браслет. Две соточки, да. От слюнявка, будь добр. Опять он язвит. Ну что, из трех дети приняли. Под дурака. Куда нахуй? В лице вашей мамы. Я пойду ее сейчас встречать. У тебя есть немного времени. Повесить, что ты обещал. Привести все в порядок. И мы скоро придем. Ведущий ушел. Мы быстренько повесили фотографии. Ёпт. Нормально. Мешки не, ну так или иначе, хорошая получилась комната, мешками лучше, чем все остальные. Лучше. Смотри. Мешки, мешки да? Мешки сделали. Для картошки, которые... Да. Которые по 20 рублей. С мешками было лучше. Не, ну организовал.
Лена! Здравствуйте! Красивая. Спасибо. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, шик модерн какой-то, да? Просто королева. Зена, да. Масса. Спа, массажи. Ну, я рад, что у тебя все хорошо, в отличие от твоего мужа. Андрей очень любит атмосферу. А у него-то что? У него вроде все по кайфу. Компьютер сейчас вернут. У него рак, блин. В ванной лежит. А, точно. Прям било. Ты же, наверное, видела, что здесь происходит? Да, каждый божий день показывали. Ну, радует, что хоть в конце он начал заниматься детьми. Я, конечно, мог бы тебя томить. Не надо. Но пойдем посмотрим. Пойдемте посмотрим. Опасалась, наверное, того, что вообще, это просто. Не надо. Я вот так на нее смотрю, это как бы, знаешь, этот по ТНТ битва сильнейших, экстрасенсы. Похоже, да-да-да, что-то такое. Она... В этой квартире плохая аура. Но пойдем посмотрим. Пойдемте посмотрим. Опасалась, наверное, того, что я приду, а там ничего не сделано. Не успел. Просто слезы на глазах. Все идеально. Ты посмотри. Почти смотри, мне нравится это. Тебе неплохо. Оп! И дверь, блин. Ну, кстати, слушай, интересно, а почему такая стена толстая? Прям несущая, что ли? Посмотри, какой у нее. Возможно. Очень какая-то. Либо это. Я думал, это может шкаф. Не-не-не, прям смотри, сколько. Здесь, правда, 30 сантиметров точно будет, даже больше. Как такое может быть? Хрен не знает, блядь, странно очень. Какая-то очень большая стена. Да, да. Плохо. Все нормально? Хорошо. Она рыдала прям, потому что наконец-то она дома, и еще такой ремонт красивый. Тебе что, не нравится? Не, ну правда. Нравится. Угоди. Очень. Круто, да? Нет, в сравнении со всем остальным. В сравнении 100% лучше во много-много раз. Очень нравится. Смотри, как тебе шкафчик какой красивый. Шикарный шкафчик. Мест хватит точно всем. Душа полетела в рай. Я думала, что, во-первых, это будет тяп-ляп, потому что, трудновато и с детьми, Не трудновато, это очень трудно. Ровно как и тебе в ежедневном режиме. С детьми, с работой, а еще уборка, стирка и так далее, это он еще этим не занимался. Я думаю, что он сейчас себя ощутил в моей шкуре, он почувствовал ее. Вот все-таки справедливости ради, чел, конечно, не сделал ничего сверхъестественного. Он просто стал на 3 дня мужем. Просто вот тоже. Отцом. Отцом-то мужем и вот просто, да, там, мужчиной. Все, он поклеил просто обои. Чисто линолеум раскатал, все. Тут ничего сложного нету, причем как бы. Это просто база какая-то элементарная. Но видите, да, вот насколько женщинам, да, женское счастье элементарно, вот это простое, важно. В быту. Это все в быту, ты прав. Я даже уверена в этом, что сейчас будет какая-то отдача от него. Мы семья, мы должны друг другу помочь. Только сейчас выйду за дверь, все. Компьютер мой, Форза. Где блок мой системы? Да, да, катаемся. Он сейчас новый купит на 200. И на 5 лет мне сейчас. Твою мать, какой он купит мощный компьютер. Это будет это просто разъеб. Помогает. Нет, ну есть какие-то недочеты, но в целом-то. В целом, великолепно. Тебе нравится? Мне нравится. Ну поцелуй его. А еще это тебе, это папа сделал. Ой, папа. Папа прям целую фенечку сплел, да, папа? Да. Я стоял как первоклассник, что меня просто прям вогнали в ступор такой. И самое время подвести итоги этой программы. У меня в руках конверт, в котором находится мое решение. Барабанная дробь. Либо есть главный приз, либо его. Но мне кажется, условия-то, в принципе, выполнены все. Кроме рыбы, в принципе, за его не за что притягивать так-то. Че он еще не сделал? Мне кажется, он еще пожалеет даже тогда. Да, все. Да. Не, 2 сотки в кармане, я уверен. Как ты думаешь, что там, Леш? Ты справился со всеми поставленными заданиями? Да. Не со всеми. С какими не справился? С рыбой. А я тебе напомню. В первый день по времени ты не уложился. Вне зависимости от того, что в этом конверте, я хочу, чтобы ваша семья двигалась дальше. Чтобы ты, Леша, осознал все. Он Алеша. Помогал Лене. С детьми в частности. Потому что ты, отец, должен уделять внимание. Это очень важно для детей. Хорошо. Кто будет открывать конверт? Младший. На, Дим, ты? Он деньги любит. Главный в семье. Конверт, а там бумажечка. Пусто. Выросла капуста. О!
Ребята, поздравляем. 2 соточки батя смучил. Стюжил, блядь, это говно. Потихонечку, курочку, подружечку, 2 соточки. Я думал, это не кажется, потому что ну, просто не верилось глазам. Спасибо. Ночью буду так вот деньги разбрасывать на сельских матрицах. Да, да. Ну, прям спать мне пацану дадут. Да, а он очень любит, чтобы смотреть будильник. За раз увидеть. Господи! Я за 3 дня... Мужики, тянуть до последнего – тактика провальная. Вот совет. Будьте стратегом, планируйте все заранее. Спасибо большое. Спасибо за совет, да. Вот, да. Нет, надо быть не стратегом, наверное, надо быть просто, знаешь, там, участвовать. Хорошим человеком. Надо минимум хотя бы любить себя, чтобы не жить просто в таком говне, как минимум. Да, Радик, вот это ты правильно говоришь. Уважать себя нужно. Стремиться там что-то получше придумать, да, как бы организовать. Не мятую футболочку надеть, чтобы в шкафчик сложить нормально все. Получше, да, шкафчик иметь, чтобы это все сложить. Чтобы стульчик был нормальный. Стульчик, чтобы не сесть и не упасть головой, не удариться, не умереть. Это все, да. Так что, ребята, старайтесь для своих домочадцев. Да, поэтому спасибо, что досмотрели до конца. Поставили лайк, оставили комментарий. Подписывайтесь на Антона, благодарю, на мой канал. Большое. Мы будем снимать все больше и больше видео, потому что я сейчас начал чаще в Питер ездить. Поэтому, отлично, ребят, заходите к нам. Большое спасибо. Наслаждайтесь собой, наслаждайтесь музыкой. Пока-пока. Всем пока. До свидания, дорогие друзья. We'll be right back.